Ну что, друзья, всем привет! 20:00, вторник. И как всегда, сегодня мы с вами чуть-чуть, сегодня 20:01 уже сейчас, мы немножечко опоздали. Всем привет! Привет, Анюта! Аня! Привет, привет, Иначе, привет, друзья. Привет! Слышно меня? Наше шоу Что? называется. Как называется А наше не шоу? знаю. А пусть А нам я тут. чатик. Пусть нам чатик подскажет, напишет, я не знаю. У нас шоу. Ну же, чатик. Как называется наше стрим-шоу? Что мы Не сегодня факт. будем стримить? Chicken Shake. Chicken Shake, говорят, называется наше шоу. Ну, что-то все как-то скучно и Но они еще печалька. просто не согрелись, видимо. Баунти Хантер, друзья, для всех слоупоков в чатах и целых 1345 слоупоков нас смотрят. Никто не догадался, как называется наше шоу. Да, это Баунти Хантер. Сегодня с вами Инаки, Анюта и наш супергость. Да, кто наш супергость просто? Как его зовут? Его зовут Dead Angel. Всем привет. Привет, привет. Привет, Ань, привет, Инаки. Зовут ты его Алёша? Привет. Алёша рандомный. Рандомный Алёша, да. Да. Привет, Лёх. Ну Здорово, что, здорово. мы тебя поздравляем сразу. Вот так, держи нашу 5, держи поцелуй от Ани. Аня, да, подаришь ему свой Чмоки, поцелуй? чмоки, в щечку Чмоки, только. в щечку и в лобик. На прощание перед Китаем. Ну давай, Поздравляем. Леха, рассказывай нам, потом Да поздравим. что, Ты собственно, кто? рассказывать-то? Ты кто Ты такой кто вообще вообще? такой? Ты кто, Леха? Кто Ты кто я? такой, на? Ты капитан чего? Я капитан команды Капитан Red Rush Очевидность. Unity по совместительству Red Rush Ukraine. Круто. Аня, капитан Очевидность подсказывает тебе, что мы ездим со зрителями сегодня во взводе и... Точнее, не со зрителями, а с дедом вначале ездим во взводе. И, собственно, ты должна быть в этом взводе. И я тебе кидаю уже третий раз приглашение, но... Но все никак, да? Что-то не выходит, да, у Данилы каменный цветок. А, друзья, все очень просто. Расскажу вам пока правила того, что вы будете сегодня наблюдать. А, собственно, вы заходите на канал Анна Пробел Баунти. Вы увидите на стриме, вот так вот он называется. Создатель его VG Stream. Да, это я, Инаки, я шифруюсь от ФСБ, поэтому у меня ник VG Stream. А на него заходите, ждете отчета. Мы считаем до 10. На единичку вы нажимаете в бой. И попадаете с нами, убиваете Анюту, получаете 2500 голды. Если же мы в бою сможем защитить Анюту, и она останется в конце боя жива, неважно, выиграли мы и проиграли, вся наша команда получит по 500 голды на каждого. Вот так вот. А, ну что, я думаю, капитан команды Red Rush Ukraine готов? Да. Команды. Командуйте Капитан, вы. какие Да. танки мы будем брать? Ну, мне, в принципе, без разницы, выбирайте, А что тут у вас я, есть. можно покомандую? Давай, командуй Давай, нами давай. полностью. Ну, ты и так, Инаки, знаешь, на чем я буду, так что Ты можно на было не леве будешь, спрашивать. капитан подсказывает. Ну вот. Как бы вот так вот. Давайте, друзья, возьмем танки. Я сделаю отчет, и мне нужно будет буквально на полминутки отойти. Зачем? Надо. Друзья, девятый, восьмой уровень у нас. Аня, ну, так, а почему я? А, я же тут нажму. Да, Тут туда нажму. было. Вот так вот, все, Леву взял. Восьмой уровень. 9, 8, Режимы стандартные только 7, оставляю. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Пока, Анюта, поднимай нашего гостя вопросами, я сейчас подойду. Хорошо, давай. Хорошо, что мы в топе. Нормально. Сейчас. Посливаемся Нормально. немного. Пойдем. Ты думаешь... А, у тебя, кстати, оленемер стоит? Ну, вроде того. И какой процент А, нас общего процента ожидает? здесь нету. Сейчас выиграем, все норм. Главное, чтобы Наки не тупил. А то он любит. Он любит сливаться. Вот так вот, да? Так, ну поехали на Новгород сюда вот. Вот сюда вот поедем, отсюда. Дальше решим, куда двигать. Ну рассказывай, как ты в рейдах-то оказался? Ты же раньше в другом клане был. Ну да, был ТД-42, и вот пообщавшись с дайвером,
Все-таки Недолго он, да? думая, в принципе, да, я решил Виноват. все-таки перейти в реды. В принципе, чем вот очень остался доволен. Классно, да? Да. Я видела, у вас даже комнатка в ТС-ке называется «Зеленые фермы». Ну да, мы там сидим фармим голду на ГК. Играя в рандоме. И много вас таких перешло? Ну, человек нас пятеро где-то, шестеро перешло. Так, давай, я тебя здесь жду за поворотом. Ну, Инаки там уснул, видимо. На него можно забить уже. На полминутки можно было пойти. Ну, нормально. Взял, ушел себе. Ну да. На самом деле интересно видит. Может, он стрим отключил? Да, он забыл, ушел просто кушать. Ну да, вечно голодный. Ну, одинокий 1375. Ага. Нет, не одинокий. Джокер какой-то с ним. Так, 75-ку, наверное, заберем здесь. Да. Так, с Яна перезарядки. А там у нас сзади вот никто не прикрывает третью линию. Да, сзади нужно меня закрыть. Тут пока пусть впереди наши перестреливаются, я сейчас перезаряжусь и, наверное, проатачим все-таки вот внутри города. Тяжко без инаки как-то. Да, он потом затащит. Если же мы сольемся. Отыграется за нас. Ну да, вроде того. Ну, у тебя что-то изменилось после перехода в Red Rush вообще? Ну, изменилась тренерная команда. И все, собственно. А так все то же самое, да? Ну да. Че, Клантек? Ну, Клантек, само собой. Скучаешь по прошлому клану? Нет. Нет? У вас такой сильный клан, насколько я знаю. Ну, вроде того. Ну, реды-то покруче будут. Чего ж тут? Ну, конечно, да. Самый лучший клан в игре. Так, что-то как-то тут вообще не Ой, активно играют все. Алена нахумили. Кто-кто? Алена. Девочка. Вы знакомы? Конечно, у нас постоянные зрители попадаются. Все время. Так, ну будем аккуратно играть, пусть вылезают на нас, если что, будет ничья. У нас же устроить да ничья, да? Да сваливать отсюда нужно. Ну, да нет. Да-да. Не-не-не, норм. Главное меня сохранить. Вот а это же, ты же... Все, что требуется. Ты не хочешь 500 голды за мое спасение? Ну, так я же говорю, ты живи и все. Ну, Инаки, видимо, вообще с концами ушел. Да кошмар вообще. Кстати, на нем еще 433 хп оставили. Ну, а кто его, интересно, разобрал-то уже? Вот неизвестно. Арта, наверное. Угу. Ну, да. Вся команда в город у них приехала и стоит, ждет. Ты же сказал, ты же сдал меня в начале, когда мы едем. Ничего, ничего. Сейчас их всех объедем. А мы их обманули. Да. Ой-ой-ой, умер. Бедняжка. Не затащил Инаки. Какой-то невеселый бой, что-то вражеская команда стоит, ждет, чтобы мы не сливали, что ли. А ты еще не видел, как они ждут, кто меня убьет, тоже встанут, я посередине стою, и никто не стреляет, все хотят добить меня. Ну да, вот правильный вопрос, зачем веселиться? Можно просто постоять, подождать, пока время закончится.
10 минут всего-то. Ой-ой-ой. Вот, так нет, наша команда нормально, парни, давайте, ломайте их. Пусть там себе дефят в городе. Конечно, и всем по 500 голды дадим. Ух, прям в городе закинула арта, зачетно. 5-5. Внак, конечно, затащи ее, затащил так. Мы ему это не простим. Так, смотри, тут аккуратно, здесь вот у них две стэшки, три. Наверное, лучше не выезжают, здесь вот лучше стой на повороте вот. Как мы его накажем, за то, что он бросил? Не знаю. Может быть, он нам ставит киншейк? Ну, наверное, придется. Мы все просим, просим его уже третий стрим подряд, а он не хочет, он только Титаник поет. Ты с ним, кстати, по ночам в заводе играешь? Да мы сегодня вон целый день с ним играли. И как? Да ничего, вроде так долго не отходил. Все нормально было. Я прям не знаю, меня терзают мои сомнения. Это он сейчас специально, ему просто лень играть. Специально взял, ушел, кинул нас. Все-таки меня убьют, наверное, я так чувствую. Ну, ты аккуратно, аккуратненько, стой там, просто отстреливай их. Тигр-па. Косяк. База. Как-то балансер странно забалансил нам танчики. То есть у них вон толпа 32-х и С3 там с пантерами есть, а у нас китайцы, у которых пушки-то сами по себе слабые. Ну да, посмотри, посмотри, что сейчас будет. Парни, стреляйте, не ждите. Ой. На одного меньше. Вон, из третьей еще выехал, вот по нему еще стрельнет. Пантеру добивай, в принципе, да. Или Иса, или Пантеру. Раз-раз. Ну, Инаки, ты затащил. Я постарался затащить бой. О, разрядились. Я очень старался, прошу прощения. Просто выиграл бой. Прошу прощения, у меня... Кити рулит, получает 2500. Молодец, Липецк Сити рулит, мне может, еще нужно будет еще разочек отойти, потому что у меня на пороге сотрудники доблестной полиции. Ого, у нас три машины. Тебя уже можно, в принципе, не ждать, да? Инаки, что ты сделал? У нас три машины просто разрисовали. Офигеть, а? Признавайся, во дворе. Ты? Ну это ты был, да, понятно. А что ты написал, Баунти Хантер? Да, я люблю Баунти Хантера написал, я люблю Анну Баунти. Классно. Серьезно. Вот Инаки, ты нас подставляешь просто. Так нечестно. Конкретно, при чем? А, про вы что, Аня, ты уже спросила нашего гостя. Про что спросил? Про ретраш ты спросила. Как попал Алексей? Ну как попал? Был зеленым фермером, да, Лех? Фармил и стал красным. Фармил и нафармил на ретраш. Да. Ну что, давайте какой-нибудь, может быть, другой уровень, а то видите, как я тащу просто. Ну, просто какой божишь. Ты предлагаешь? Первый левел, да, Няки? Пятый предлагаю. Пятый? Ну давайте пятый. Ну давайте пятый возьмем. Черчилль. Так ты с ангелом весь день сегодня провел, да, Инаки? А он тебе уже все рассказал, да? Да. Я готовился к стриму, поэтому... Вот ты хитрый, а мне в самую последнюю очередь. Ты работала, поэтому тебя нельзя было отвлекать. Ну да. Я сам не знал, что он станет нашим гостем, я весь день его уговаривал. Я даже не знаю, что взять на пятом уровне. Наверное, КВ, да, можно взять? Клевый танк. КВ? Нет. Зачем тебе КВ? Сейчас скажу, что надо взять. Бери что-нибудь британское, оно жгнет. Вот это возьму. Андрюк, что? Как тебе, кстати, британские танки? Стоит ли качать? Расскажи нашим. Нет, я их. Вот, у меня там ничего не вкачано и ничего не будет вкачано. Это... Не надо, да, короче? Да, просто сидишь и плачешь, посмотришь на эти танки.
Ну что, у нас пятый уровень, отчет, друзья, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ой, какие они. Да, это все с нами попались. Какие же они сотрудники-то этой полиции, какие они все-таки милые, хорошие, добрые люди, да? Да, хотелось люди. Бы им сказать, уроды. Так а что написали-то? Кому написали? На мне? Машинах. На машинах ничего или не написали, просто изрисовали, да, розовым баллончиком изрисовали три машины. Причем я как бы вообще был ни при чем. Мою-то не изрисовали, причем тут я даже так толком и не понял. Как может, меня, тебя меня, думают? Нет, меня спросили, вы знаете об этом? Я говорю, да, знаю. А что вы об этом знаете? Сейчас спалился. Блин, да, короче. Приучать то, что весь двор знает, и у нас уже двое человек камеры поставили, которые смотрят на улицу. Пам-пам. Майк, я не видел, в группе есть там он? Да это, по-моему, не важно, нас 200 человек смотрят. Всем привет! Да мало-мало. Мало-мало. Друзья, не забывайте... Тостер взял? Не забывайте про лайки, да? Я взял тостер, чтобы жарить просто. Сжечь это и... Это сосиска, который? Нет-нет-нет. Ой, чуть-чуть промахнулся в Т-50. Ну он же клёвый. А мне где стоять? А где тебе стоять? Ну, не знаю, ты вот-вот-вот, где гриль, видишь, наш стоит, вот туда куда-нибудь подъезжаю в дом. Мне арточкой прикинуть? Ну, типа того, да. Типа я ПТ-арта, которая с поворачивающейся башней. Да-да-да, у некоторых ПТ не крутится башня, это вот огорчает иногда. У меня крутая арта. Нет, арта-то да, но вот у тебя, если у арты не крутится башня или у ПТ, то это очень огорчает. Потому что вот у некоторых она все-таки не крутится. Ну что, расскажи нам, дед, как ты попал в команду Red Rush? Как я попал? Ну, со мной связался пригласил. Человек-дайвер. А че он с тобой вообще связался? Ну... Вообще, на месте дайвера с тобой бы не связывался. Ну вот да. Раз. Дайвер просто еще не знает об этом. Не осознал это полностью. Ой-ой-ой, тут Черчилль. Он с тобой связался спасите. До того, как ты ушел из ТД-42? Нет. Мы с тобой переписывались перед этим. Ты еще был в ТД-42. Опачки. Аня, мы узнаем о тайной переписке просто тебя совпало, и деда. Просто совпало так получается, да? Что да. Появилась возможность, и вот в ТД-42 как-то не совсем комфортно. Совпали под эту возможность, а что да? Тебя не устраивало там? Топовый там... клан, тру-нагибаторы, пацаны, ну, просто. Да не очень просто, Кнут не рандом. Очень нагибали, да. Многие мечтают попасть в этот клан. Кто? Покажи мне этих людей. Ой. Инаки. Хороший клан? Нет, хороший клан. Я разве что сказал плохого про них. Ха-ха-ха. Посмотрите на меня. Тебя уже убивают там или что? К тебе приехали? А что ты молчишь? Струляй на базу, Инаки. Пока я не пойму, что они делают со мной. Они светят. Как тебе сказать, что они с тобой делают? Ломают? Ломают себя полностью. Ну, ага, вряд ли сломаю там наша толпа. Непонятно в какие места. Да нормально, мы по разочку пихнули, и он уехал в ангар. Значит, дайвер взял на себя инициативу, да, и пригласил тебя в команду. Да. Расскажи, а как вас приняли твои боевые братья, твои союзники, твоя поддержка, твоя семья, клан ТД-42, твой уход? Нет, то, что они пели и плясали и порвали два баяна, это мы знаем, но вот как поподробнее. Как плясали? Какие баяны, да, как плясали. Обыкновенный баян там в переходе, знаешь, вот на каких играют обычно. То есть нормальный баян нафармить да, не судьба, да? Самый обыкновенный баян. Самый обыкновенный баян. Наки, добей Черчилля. Нет, не простреливается. Вот сейчас простреливается, но не успел. Меня тут царапает. Кто тебя? КВ-1 царапает.
И сбоку еще там кто-то тоже настреливает, не знаю кто, вот, вот там же, где Черчилль, короче, был. Просто Инаки. Живи так, Инаки, просто живи так 11 минут. Хорошо, не вопрос, я на гусле. Я тут пока на гусле. Чего они... Инаки, давай придумывай, как тебя наказать за прошлый бой. Что, меня наказать? Да. А, зацелуй меня полностью просто. Нет, у меня идея появилась, и у наших зрителей. Не, ну вы же знаете, друзья, я же так настолько добрый, что я просто тупо баню, короче, вот, сразу. Вот, Алена тебе написала даже в чате, в игре, нашу идейку. Нет, это глупая идея, я сразу знаю даже про что вы. Барбекю, барбекю. Найн. Инаки, КВХу пробьешь? Нет. Ангел, ты слышал песню Chicken Shake? Ну я не просто нет. Слышал, он был соавтором просто текста по-любому. Ой-ой, они нас отсюда вот... Они нас слева стреляют, вот да, я же сказал, блин, что слева под еще сантретом. Стреляют. Вот сзади очень как-то неприятно печально. Стреляют, да. Что-то вы сливаетесь, парни. Ты посмотри на наших пацанов, которые стоят на базе и... Которые всей толпой стали просто. Просто стоят они на базе. Они на меня. Посмотри на эту Су-85 прекрасную. Посмотри на этот скилл просто, когда посреди поля просто, чувак. Это Алена, Инаки. Совки всегда полная Алена, да. О, Ваня, ты горишь. Горит. Ремку используй, используй ремкомплект. Туши с ремкомплектом. По-моему, это не лучшая позиция для Черчилля, вот, чтобы спрятаться от огня. Нет, ну вот в принципе, если вот это... Аня, капитан команды Red Rush Ukraine не одобряет. Все, и тебя опять убили. В принципе, там можно было спрятаться в чистом поле, но... Там ну были... пойдемте отсюда. Тут слишком весело было. Друзья, напомню по поводу того, что по поводу лайков ВКонтакте-то, вы же понимаете, что стримить мы сегодня будем очень мало, и потому что у нашего всеми уважаемого Dead Angel турнир, вот, поэтому стримить мы сегодня будем чуть-чуть поменьше, но опять же таки... Заходите в группу официальную World of Tanks ВКонтакте. Вот здесь вот у вас есть такая волшебная штука, это наша тема. И вы в ней ставите лайки. Вот пока 130-141 лайк уже. Давайте, друзья, поднажмем. Вы знаете, сколько надо, чтобы мы постримили подольше. А иначе сегодня будет 22:30, и Инаки поедет в милицию писать заявление. На кого? Ну, на этих негодяев их, потому что, скорее всего, нашли. Надо описать ущерб и так далее, если хочу подать заявление. Хотя мне покрасили только зеркало, и я его в этот же день оттер, но надо совершить правосудие. Карать, надо карать. Вот. Серьезно. Сколько секунд задержка? Ну, задержка, скорее всего, в днях измеряется от предыдущей... нельзя такое на стриме говорить. Ну так вот, какой канал? Канал Unbounty. Что за настроение вообще? Отличное у меня настроение. Выходи просто. Тогда из боя. Ну давай, Инаки. Хорошо, хорошо. Не буду сидеть в бою. Выйду из боя. У меня перевернутые иконки просто. У меня вообще огонь. Ну, потому что не надо на бомоды ставить. Да, точно. Но я хотел как лучше, а получилось как Инаки. Инаки, тебе написали 9 месяцев задержка. 9 месяцев задержка? Это уж не задержка, это же беременность. А, ну что? Тебе виднее. Меня не... Я не знаю. Давайте восьмой опять. Да. Мне пан да. Дед на восьмых тащит. Она это турнирная если техника у Dead Angel. На мауса не заработать. Таня, неправильная сейчас, позиция у девушки зарабатывать на мауса. Ну ты ж мне не дал. У тебя есть тестовый аккаунт, могла бы на нем покататься. Тестовый аккаунт я тебе отдал полностью. Я-то на свой хочу мауса аккаунт. Я тоже хочу. Девятый уровень. Ой, восьмой уровень. Восьмой. Все, я опять называю Леву девятым. Я почему-то так хочу, чтобы он был девятым. Зачем? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Погнали, друзья. Понеслась просто. Понеслась. Ну что, давай еще что-нибудь у деда спросим по поводу соревнований. Ой, с нами курс. Спрашивай. Дед, а я знаю, что вы играете в формате 7.42, это правда? Да, были такие слухи. То есть, вроде это правда. То есть, это не вранье, да? Да, это не вранье. Вот, а скажи, вы же выиграли в ВЦГ Украина, да? То есть, это тоже правда?
Да, тоже такие слухи ходили. Надо Они правдивые. поздравить. Ну что, чатик, поздравим Dead Давай. Angel. Раз, два, три. Три. Поздравляем. Поздравляем тебя. Поздравляем. Поздравляем. Ну это надо всю команду поздравлять, да, спасибо большое. Нет, нет, мы поздравляем тебя. Ты у нас был капитаном, ты привел команду к победе, потому что без тебя команда не достигла ничего. А тут сразу Ангел. ЦГ Украина. А ты сам изъявил желание командовать? Не называй его ангелом, называй его дедом. Да, просто дед. Просто ну, дед, потому что есть еще Angel Killer, и его тоже все называют ангелом. И все и любой ангел, у кого никнейм ангел, будет думать, что это ты его так нежно называешь ангел. Ну и все. Ну и все, Аня обиделась и ушла. Нет, Аня, не уходи. Ну не называй его, правда, ангелом, потому что он дед. Называй его просто дедом. Мы думали тут и подумали, что у него все-таки ник значит... Дед по-другому пишется. Грамматически. Это ник был деда его. Это был аккаунт его деда, и он отобрал. И дед его назвал аккаунт Дед Ангел, потому что действительно отличный дед просто, и все. И Наки, что ты меня грузишь? И Наки правду говорит. Наки правду говорит. Я никогда не вру, я сегодня ну весь хорошо. День у него это выяснял. Спрашивай, Аня. Пускай это будет на вашей совести. У нас ее нет. Пусть это будет на нашей совести, которой у нас нет. Чё с голдой за прошлый стрим спрашивают? А чё с голдой? Еще не пришла. Я не знаю, чё с голдой. Всё норм. Она ещё не пришла. Всё норм, она ещё не пришла. Это как бы не мы виноваты, так что... Вообще не мы виноваты. Нет, она придёт. Это не Инаки виноват, который делает списки целую неделю. Нет, он не виноват. Инаки, я, кстати, в личку там реплейчик скинула, посмотришь. Ну, потом как-нибудь, давай вот мы отстримим, вот, потом я посмотрю. Давай, да. Ну что, Просим, давай блин. У деда спросим. Вот как ты пришел к тому, что тебе нужно командовать? Или ты захотел, тебя попросили? Ну, я как бы большую часть времени, которое играю в танки, это... Я командую Командую, просто. Да, то есть там... В РКК ТД-42 я на глобальной карте командовал, плюс там на чемпионатах, ну и так сложилось, что пришлось здесь. В принципе, я от этого не отказывался. А ты злой, когда командуешь? Да нет, если все идет по плану. В ярости, ну и может быть. У тебя такой голос нежный, я не представляю, как ты командуешь целой командой. Дед, скомандуй, пожалуйста, вот скомандуй нами в этом бою, скомандуй Аней конкретно, вот что так, ей нужно все сделать. Все на слив, давайте, поехали, по первой сливаться все. Давай. В атаку. В атаку? В атаку через О, тогда я не поеду. Да, атака, почему? Ты Здорово, отачить? Атаку! Дед, тут нужен твой хелп, ух, нифига там сколько народу, я понял, дед, все, прости. Да тут все норм, я тут башен тебя танкую. Там весь Курск, вы не понимаете просто. Ой, свои засадили чуть-чуть. И пацаны поехали вперед. Зачем едут вперед? Нормально так перестреливались с ними. Пацаны поехали вперед. Да-да-да, вот, парни, вот кто в оружейной команде, пожалуйста, атакуйте нас. Да, атакуйте нас полностью просто. Чем быстрее вы будете атаковать, тем быстрее мы сольемся и вы получите голды. То есть у вас просто есть реальный шанс сейчас получить вперед, просто да. голды и все. 2500 голды за убийство Анюты. Давайте, друзья, пушьте деда. Но меня сейчас не убьет никто. Ну, конечно, не убьет, ты че, они уж трупы слились, он там 4 танка на халяву отдались. Курск. Дед, ну я еду тебе помогать, я знаю, что ты да без меня проблем. Вообще не О, очень. Второе да, пробитие как... забой. Видишь как. А база наша? База, да, надо дефить. Неважно, Аня пацаны, вернитесь жива. На деф, пожалуйста, кто-нибудь, пацаны, кто нас слышит. Давайте, вон, 13.75 всякие парни. Кто из тэшки, вернитесь на базу, а? Давайте выиграем этот бой. Китай въехал сзади меня стрелять. Вот так же он командовал этими самыми... ТД-42. Ну давайте, пожалуйста. Ну, ребята, ну пожалуйста, давайте выиграем этот найдите бой. Найдите эту кнопку назад ехать. Ну, мальчики. Наки, поехали добивать тут уже. Ну, езжай, танкуй. У меня, видишь, хп ехай. На надо говорить ехай. Кто тебе надо говорить ехай? Кто был учительницей твоего украинского языка вообще? Ехай. Все говорят. Ты аптеку, что ли, не слышал? В Москве, а, если ну говорю. аптеку, окей. А меня учил Я аптека. Даже знаю, как он произносит твой никнейм. Аптека.
Анджел-киллер. Анджел-киллер просто. Сегодня в составе Red Rush Unity новый игрок. Анджел-киллер. Пацаны, ну что за фигня? Неужели мы сейчас просто вот базу потеряем? Как так? Алло, народ. Базу возьмут и просто никуда Не забей, мы все равно победим. Если мы победим, да, все равно? Нет, мы голды никто не получит, если базу возьму. Ваня, ее уже взяли, успокойся. Все, супер, да. Печально. Вообще, я в шоке просто. Класс, да. Ребята, вообще. У нас просто огонь ребята играют. Дед, ну что, мы с тобой поражение, совсем чуть-чуть настреляли вообще просто. Я 1100 опыта получил за поражение это. Смотри, мы с тобой в сумме настреляли почти 5, ой, 6 када, никакой 6. 8 када мага почти. Подумаешь, ерунда. Ой, серьезно, так он захватил у них базу, мне интересно. Вот. Я просто вот тех вот, кто захватил базу, я добавлю просто вот в игнор. Да? Да, вот просто возьму то и добавлю. Ты с ними не будешь разговаривать, да? Вот да, потрачу вот пару секунд своей жизни для того, чтобы их добавить в игнор. Это серьезно. Ну я что, я тоже возьму Дед, тогда. А кто ты по профессии? По профессии? По какой профессии? По профессии студент. Все. Какой курс? По профессии школьник, да. А ты на кого учишься? Я? Ты? А кто, я что ли? На полицейского, вот так вот. Ах ты! Да, буду Инаки карать. Будешь приходить ко мне и говорить, а что вы знаете об этом? Инаки! Я отчет не сделал! Инаки! Я смотрю, у вас, короче... Продолжаются. Да, мы с дедом просто покатушки, да, я просто тупо видел, что все танки взяли, жмакнул. Простите меня, друзья. А тем временем мы поехали. Друзья, это вам бонус. Две мясных котлеты гриль, специальный соус сыр, огурцы, салат и лук. Все на булочке с кунжутом, только так. И это в бой без отчета. Нет, теперь только чикен шейк. Инаки гад, первый бан Инаки гад. Инаки просто уже привык. Да мне уже, я уже... Все готовы, поехали в бой дальше. О боже. Ну, зато здесь не все будут за нас ездить. Да. Хоть как-то распределяться силы. Куда поедем, дед? Сразу говори. Куда? Я поехал бы по центру, наверное, вот сюда, вот в эту сторону. Это ты решил сегодня, да, вот как мы сегодня ездили? Там такие холмики, да? Да. Кто там говорил, Делайт или кто? Делайт говорил, да, там Делайт, такие холмики. Вот, норм. Аня, езжай с нами и ничего не бойся, милиция куплена. Так а тут меня никто не знает. Кто тебя не знает, как это? Здесь, так что мне нечего бояться. А я бы лучше бойся. Направо поехала дамажить. Тыч. Го, у них уже почти минус 13.90, это норм. У нас зато Т-50 слез. Ну, не нормально, это расходник. Танк-расходник. Ань, ты с нами тут, рядом? Да. Накинь, задавай сверху, еще один вопрос. Будет. Вижу. Про финал? Ну, про финал не стоит, он все равно ничего не знает про финал. Даже не знаю, какой финал? Призыв? Где он? Да. Дед, как тебя пустили в Китай? Расскажи лучше. Как? А что они должны были пустить? А ты был в Китае? Нет. Вот побываю. Во, Инаки тащишь. Какого числа 700, короче, от объектов тащили. Ну, насколько я знаю, вроде мы там, сейчас скажу, секунду. 28-го, да? Нет. 26-го нам надо будет быть в Киеве. О, ничего себе. Команда и 26-го, получается, мы летим в Москву. Там мы, по идее, встречаемся там с российской командой, там со всеми игроками из России и Беларуси, и оттуда вместе все летим уже куда-то. Сколько в Китай. Сколько человек всего примерно полетит? Ну... Много-много полетит. Да, много, наверное. Хотя нет. А нас не берем, состав по доте это 5 человек, мы 7, и плюс StarCraft, FIFA и все. Вроде. Нет, а возьми меня, я хочу в Китай давно. Без проблем поехали. Да? Да. Конечно. Дед добрый сегодня. Ну все. Классно. Ну все, я поехала, да? Все норм, да. Да. Какой-то там выпуск Bounty Hunter будет прям из Китая.
Да вообще, все выпуски Bounty Hunter теперь будут из Китая. Дед же нас берет с собой. Оставь меня там. Так как нас, скорее всего, возьмут в рабство и... Оп. Я даже не знаю, кто меня убил. Тебя убили? Да. Дед, ну ты тащишь. Ну, конечно. Я прям как ты. Когда ты отходишь. А вот, Китай? Вот, что? Вот ты как я сделал сейчас. Просто взял и... Отдался. И пошел в ангар, да. Чё, Китай, Ань? Китай красивый, кстати. Он сейчас еще лучше, чем раньше был. У них сейчас экономика поднимается, сейчас вообще... Но вы же не в Пекине будете, вы же там рядом будет город. Ну, не рядом, а в Китае все относительно рядом. А там вообще маленькая страна. 50 километров всего лишь. Да. Как канал... И людей там мало. Да, я был в Китае. Сегодня стрим без отчета. Там собак едят, да? Там собак. В Корее едят собаками. Но Китай это тоже. Не важно. Нет, в Корее. Только? Наверное. Короче, блин. Короче, не учите меня жить, да? Где ты? Помогите светляк? Материально. Где светляк с базы? Ну, в смысле светляк? Ёлка? Ну где-нибудь лазит. Какой, вон, какой светляк? Вперед проезжай, не под артой не стой. Под мост. Иначе, добивай, добивай тигра. Иначе. Ты ж, все. Я сама разберусь. Давай. Гни рандом. Сейчас будет разборка питерская. Да какая питерская? Она меня забанит просто и все. Да я уже накомандовался уже. Уже накосылился, Таня, вообще. Ну, блин, команде. Самой тащить приходится, да? Мужики называются еще. Уроды. А сколько деду лет? 28. На третьем курсе, посчитайте, пацан. 16, одним словом. Угадал, да. На как ты сегодня будешь во взвод набирать? Ну, комиксы там рисуете, собственно. Да. И Анины предпочтения, как обычно. Через. Через ВКонтакте, да, да. Ну да, через ВКонтакте. Ну что, давай еще что-нибудь у деда спросим. Да ты подожди, не отвлекай, ты пока спрашивай. Дед, ну как бы, с чего ты турнирную эту свою карьеру начал? Как ты понял, что ты вот так хочешь утопиться, как Василий? Вася. Это было круто. Отлично отъехал, парень. Как ты понял, что ты вот готов играть в турнирах? Ведь все говорят, что те игроки, которые играют на ГК, они не способны нагибать в турнирах. Ведь это другая дисциплина совсем, это другие танки, это... Это все другое, другая атмосфера. Ну, год назад примерно появились там первые турниры такие глобальные, то есть не те там, которые там раз в полгода вот как были там Уран и так далее. Уральская. Появился ESL. Нет, Уральская. Подождите, сталь, я другое. Вас перебью. А почему к нам Е75 не едет? Зачем есть ему варианты, ехать? Что бензин закончился. Прощай, да. Нет. Оп. Я тебя любил, знаю. Он в голову целится, да? А не, уезжай налево. Уезжай налево, проезжай вперед, на... Поздно, все, уже он сейчас перезарядится. Нет, Анют, он уже сейчас перезарядится. Поздно. Я тебя любил, знает. Тиесто, диджей. Диджей Тиесто. Ну, он не очень на самом деле. А мне нравится, наоборот, трансик его. Трансик. Ну так чё? Дед, ну как? Так чё, давайте я вас появились послушаю. Турниры, и ты такой, я хочу... Я такой, а давай поиграем. А с кем? Как у вас? Как у вас там не было? У вас были только фермеры, вы были большие, толстые. Да, и мы, короче, сначала морковку заряжали. Морковку. Там, потом морковку, батат, да? Картошки там по-разному, да. Потом там на дыни перешли, арбузы уже потяжелее. Ой. Кто-нибудь пришел с тобой нажал. И с ТД-42, и с твоей турнирной команды? Или только ты получил такую частично, счастливую путевку? Частично, часть, ну там, пол команды перешло, там, играют. Сколько, 5 человек? В Раше третьем. Там играют человека 3, один. Которые перешли. Играют человека один. Человека один, да, играют. А остальные просто в составе Раши.
Просто в составе рашей. Ну так вот, Просто рашит ты когда в понял, рандоме. ты когда понял, ты как начал повышать свой скилл? Ну, ты же понимаешь, что совсем все другое. Ну, попробовал, поиграл в турниры, понравилось. И понеслось тут. Пытались максимально играть в турниры, и это ты все как бы когда-нибудь само собой мечтал пришло. быть в Раше или во втором раньше Раше? Ну, мечта такая была, да. То есть там попасть в рейды там было ого, как круто, но я понимал, что надо, не знаю, там быть круче, чем Страйк, наверное, чтобы попасть. Ну, ты как считаешь, ты круче, чем Страйк? Нет, Страйк просто вне конкуренции. Ну, он один. Это человек, просто робот. Это программа, написанная ВГшниками. Это не человек, понимаешь? Да. То есть как бы уже... Да не забудем, не забудем мы отчет, не переживайте. Я вот уже жмакнул специально в эту штучку. Будем на 10-х уровнях. А мне на чем? Ну, хочешь, выгули 9-ку свою. 50М или... Ой, 50-ку или Е75. Я сегодня уже все или делала. Тапок. Ну давай, тапок я продала. Я возьму Е75. А подожди, у тебя нет денег на маус, что ли? Mm-mm. А что продай ты не фармишь? Mm? Продай что? Льва. Льва продай, а сколько за него серебра дали? А, нет, ты в курсе, что можно обменивать серебро на золото на серебро? Да ладно. Прикольно? Я так никогда не делал. Ты что? Только фарм, только хардкор. Там... Ты отчет не Дима, дал, да, наверное. Блин. Красавчик просто. А чё вы нервничаете? Я дал отчет, расслабьтесь. А, ты дал? Ну, окей. А как ты думаешь, он сколько взводов с нами? Ну ты молчал при этом. С нами рейды против нас, рейды. На Минджу хотел вас подсадить. Реди. Реди. Не, Реди. Просто там очень невыгодно на самом деле переводить золото в серебро. Как невыгодно? Допустим, тебе не хватает 2 миллиона, 4 тысячи голды перевела и не паришься. Ну, не знаю, 4 тысячи для меня и это ты бы уже сейчас на Маусе ездила. Для тебя много... А, нет, ты такой же мог, просто ужасный же. Я да. Друзья, не забывайте, так, что... Так, а кто матерится в чате, в игре, голду не получит, так что... Да. Делайте выводы. И, друзья, если вы хотите, чтобы Анюта стримила с вебкой, я не знаю, может, они тему какую-нибудь на форуме создали. Я уже не хочу. Ты уже не хочешь? Нет. Подумай хорошенько. Я тоже буду с вебкой, представляешь? Врёшь. Конечно. И деда позовем, да? Дед, будешь деда, с вебкой? Деду нельзя с вебкой. Ну что, страшно? Да. Что страшно? Дед, ты чё, страшный, что ли, я не пойму? Ну да, как Капи. Не-не-не, как Капи такого не бывает. Второго Капи не бывает. О, народ собирается, покажет, где раки зимуют. Покажем им, где раки зимуют. Через месяц слились, Аня, да, вообще показали. Подрезала меня просто. Аня, я в тебя сейчас выстрелю. Я в тебя, первая. Ты меня не пробьешь, спорим? Давай, стреляй. О, опять. Тут толстый вон этот. Опять милиция ко мне пришла. А ты не отплывай. Наги, не открывай, не открывай. А этот вот толстый ред, он твой. Ну не открывай, я боюсь. Давай. Какой толстый ред? Ну вон, большой такой сарай. А, окей. Только я туда не поехал. Чё там за тим? Аня, клёво. Класс, это просто... Просто Аня, кто-то там. Аня стрельнула мне, подожгла движок, просто сломала все. Молодец. Это что, ты Наки наигрался? Ты Наки наигрался. С меня ж не снимут все равно. Не, ну с тебя не снимут. Делов-то, да? Ты умрешь. Просто проиграли, короче, и все. Меня рыды уже разбирают. Аня, а ты не хочешь забанить в чатике Твича? Человека под ником Салаватов, который написал, ну-ка, да уродина это Аня. Нет, почему? У людей, нет? у всех свое мнение, как мне бы. Мне кажется, он я даже не тебя против. Просто не видел, скорее всего. Для кого-то я уродина, для кого-то нет, как бы. А тебе говорили вообще когда-нибудь что-то страшненькое? Ну, на конкурсе только. Мисс World of Tanks. Ну, а так вообще в обычной жизни. Ну, представляешь, что подруга к тебе с утра заходит, вот это ты страшная. Говорили. Ты. Подруги не говорили? Кто не говорил? Подруги не говорили?
Нет, только ты мне говори. Да неправда. Я всегда тебе говорил, что ты самая красивая и вообще. Чего? Не наки. Дед, тащи, короче. Ты сейчас сольешься, дед, ладно. Вон, смотри, к тебе большая ягища едет. Смотри, прощай, дед, ягища в тебя. Сейчас яги выпьет. Инаки. У меня яга выпила. Открывай. Что? В кайф конфу открывай нашу. Баунти Хантер. Да. Ну очень серьезный бой был, да, да, игрались. Классно, Костя, ты вообще мог позже это сделать, в принципе, когда мы уже заканчиваем стрим. Было бы клево. Да, мы уже заканчиваем? Да нет, просто как бы у меня не настроен экран, чтобы браузер показывать, а так ничего страшного. Ну пофигу, да? Ну пофигу, да. Как-то надо порекламить. На восьмых, на восьмых. Сейчас мы съездим на восьмых, я сейчас... А у нас модера нет, да, в канале нашем? Сделаю скринриджен, просто секунду, Анют, подожди, мне надо квестик рассказать ребятам о квесте. Друзья, заходите в нашу группу, в группу Редов, и там на основной страничке у нас называется вот новый вышел ивент. Вы помните, если ивент, который был про линию Зигфрида, вот, собственно, это второй ивент. Его начало будет 26 числа, через 6 дней. В нашей группе вы узнаете о том, как, что будет и так далее разыгрываться. Ну вот конкретно будет разыгрываться голда, 19,5 тысяч игрового золота и компьютер Pavilion HP Phoenix. Вот, собственно, офигенный комп игровой, специальный из игровой линейки Phoenix HP-шный. Заходите, вступайте в нашу группу. Я вам сейчас скину в чатик эту тему. Естественно, чтобы ее посмотреть, в группу надо вступить. Секунду буквально загрузится у меня чатик. Сейчас. Пам-пам-пам. Вот, я вам скинул. Переходите туда все. Советую всем поучаствовать. Прошлый конкурс был очень интересный и довольно-таки несложный. То есть... Все очень просто было. Главное было понять, как участвовать. Начать с самого начала и следить за квестом в течение всего времени, пока он шел. Ну, не потерять пазлики вот эти, да, он состоял из нескольких частей. И чтобы не пропустить ни одну часть, нужно было за этим следить. Дайте ссылочку еще раз. Еще раз дам ссылочку вам. Я был бы очень признателен нашим редакторам, чтобы они поотвечали на вопросы про этот квест, потому что во время боя тяжело мониторить еще и чат, еще и общаться с ангелом, и поотвечали на вопросы, которые будут возникать в нашем чате. И... Он не ангел. Он дед. Он дед. Так, я возьму тоже Т-32-очку. Дед, а вот расскажи, вот ты как капитан вообще, на что рассчитываешь в Китае? Блин, а? Тоже, к нему тоже милиция пришла? Не знаю, может быть от него ушла милиция, и он убежал просто, мы не можем его теперь больше держать. Они вернули ему все-таки его паспорт, и он теперь больше не готов участвовать. Вы где-то в одном доме жили, просто в разных подъездах? Ну да. Ну что, друзья, отчет 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Как же мы без деда тащили будем? А кто его знает? Но он вернется, его, может быть, из TeamSpeak выкинуло просто. Да когда? Нет, он в TeamSpeak. Может быть, лагает. Не знаю, ну все, быть. Все может быть. Может быть, тоже милиция пришла. Кто его знает? Так а тебе еще раз, или ты не открыл просто? Да, я просто не открыл. Я сказал, что я вечером приду заявление писать, как бы, и мне больше нечего сказать. Вечером? А сейчас что? Ну... Приеду ночью, у него круглосуточное отделение работает, мне как бы без разницы. По ночам сейчас поедешь? Говорят, к деду пришла девушка. Кто?
Бабушка. К деду пришла сама из 7, да. Дед, а где ты был? Бегал. А почему рубашка? А почему танк еще не мокрый? Потому что пустыня. Солнце греет его, сохнет что быстро. Ты меня сзади подпер? Случайность. Кто? Просто ему нравится твоя сзади. Карма. Карма. Вот я дно сижу на третьем сервере и попасть не могу. Да ты красавчик просто. Ну друзья, да. Напомню, что мы играем на первом серваке и канал Анна Баунти. На что вы в Китае рассчитываете? Расскажи. На китайцев. Как минимум на призовое место какое-нибудь. На 18. Первое-третье. А что там? Какие призы? Неизвестно. Вот это без понятия, да. То есть, как бы, вот этот вот, вот эти 8 миллионов долларов, ты не в курсе, что ты получишь, да? Если да, 8 миллионов, окей. Зачем так много? Ну, и Наки так придумал много. Я просто очень хочу, чтобы ты поделился хотя бы 7 из них со мной. Ну окей, договоримся. Инаки, а зачем тебе столько денег? Мне? На шарики. Тебе и миллиончиков хватит. На шарики, Ань. Ну, на какие? Розовые. На дирижабы? Нет, на розовые, помнишь шарики? О боже. Именно на них. Так, Инаки, там просто тебе не время, я их расстреливаю, в принципе. Угу, я тяну. Что-то их там много. Кто-то сольется из нашего взвода. Кто сольется? Покажи мне этого дебила. Посмотри. Супер персик приехал такой вот, модный. Где-то они меня давят, как бы. Турнир будет 29 ноября. Меня тут тоже как немножко поддавили. Ух, и сушка. Все. А где увидеть список стран на ВЦГ? Сейчас дам ссылку в ТС. Давай. Какие вообще соперники там у вас будут? Ну, из серьезных вроде Китай и Корея, наверное. В курсе, что вы с ними в одной группе. Да. А как, Польша? Как ты к этому относишься? Ну, Польша, да, поляки. Ну... Поляки больше смешные соперники, чем серьезные. Поляки вообще не очень. Мы против них играли на ESL, и это вообще... А ты видел их вообще, капитана, нет? Нет. Ты с ним обязательно познакомься, очень клёвый чувак. Окей. Серьезно тебе говорю, поржете с ним отлично, потроллите китайцев. Знаешь, как по-китайски World of Tanks? Ну? Танко Сиджи. Окей. Выучи это и не лоханись на самом чемпионате. Они тебя сразу за своего примут. Вручат тебе пару призов. Каких? По горбу? Пару миллионов долларов. США. Если захочешь, конечно. А, нет, я откажусь, зачем? Зачем столько? Ну да. Дед, ну, не отказывайся. Мы отдай, с тобой поедем. Просто отдай мне их, и все. Ну, так Инаки ж поедет со мной. С нами поедет? Да, я буду третьим. Нет. Да-да-да, вступлю в ваш групповичок. Я сама. Аня, я буду нежен. Ой. Нежен, знает нежен. Урод. Наки, да? Слева тигр. Да пофиг, я его ничего я с ним сделаю. Убьешь его, он тебя поджогом в лоб. Какой-то ник у чувака Red Obey. Это типа убей Red, наверное. Убей меня. Он просит Red убей. Тампончик. Давай, Наки, прям на тигра езжай. У меня нет ремки. Балбеса, давай. У него так пушка не опустится. Мне еще арта заберет. У нас там, кстати, танчик вот сзади. А, это квас. Его заберут. Ну, персик, выезжай давай уже, господи. Балбесик там.
Дно. Кто ты? Инаки, тащи, там почти ваншоты. Давай, давай, Наки, тащи, да. Ваншотов. Меня врезался дым духовный. Броня не Заряди пробита. голду, Инаки. Да я голдой стреляю, броня не пробита. Как можно голдой не пробить? Рубку, что Ну, ли? вот так вот, нет. Что, Бронелист вверх. ехай, ехай на захват. Езжай. Ехай. Ехай. Чушки, ехай. Блин. Чего? Давай, добивай арту и на захват становись и все. Гусеница сбита, движение невозможно. Не-не-не. Танк уничтожен, движение невозможно, да? Танк CG. Так вот, тебе Наки вот этого товарища надо забрать на СТшке. Танк CG. Почему до сих пор их артиллерию не вырезали? Ну, не хочет она, наверное. Анют, Анют, ну куда ты едешь? Я заберу сейчас. Ты как бы клевая, но не настолько. А ты не отдавай. 3 хп вообще не отдам просто. Не отдам. Я не отдам. Нет, а где тебя? Мне знаешь, от меня никому. Артиллерия не это, не прострелим вам. Где? Убить ее, и она не будет простреливать. Да, это секрет. Если убиваешь артиллерию, мертвая да. артиллерия не простреливает. Ну вот, под ближайший холмик. Подъедь лучше. Просто снаряд улетел вообще. Куда-то в турбулентность. Просто кто-то стрелять не умеет. Полное сведение было. А если меня убьют, не получат колду никто. Ой, меня Дэвид Духовный закрыл. Красавчик. Ну, теперь и твоя очередь, Аня. Можно спросить, Инаки, как вот, тебе вот тигр? Ты умер, и все, и печально да, теперь. И пошла, да, эпичный слив пошел. Аня, справа вон, Порш в простреле. Конкурс комиксов, друзья, в нашей же теме, в обсуждении БХ, я вам сейчас открою. Вот есть группа Редов, да, собственно, вы в нее заходите, группы The Red. Вы должны в нее вступить обязательно, чтобы поучаствовать. И там есть обсуждение. Вы заходите, кликаете в Bounty Hunter на последнюю страничку, Инаки. И вы здесь публикуете комикс. Артиллерия завалила, но мне его что-то ник у него какой-то. Не Нормальный такой. У него ник. А мне не нравится. Ну, я ничего не вижу. Я не хочу ему голды. Смерть соскам просто. Не, ну не знаю, мне не нравится. У него садомазохистский ник, ну и что? Ну, это же правила у нас есть, они существуют для всех. Что-то наш из третьей не очень. Они еще, кстати, и затащат вообще, прикинь. Ну, их не команда может спокойно, потому что и стрим у нас творит просто неведанную Да у нас и тут, которые на базе, и пацаны просто на базе стоят. Короче, стоят. Выходите дальше, поехали. Ну давай, ладно, уговорила. Выходим, поехали дальше. Сейчас я картиночку. Резину тянешь? Уроды. Давайте, на девятых. Поехали на девятых. А мы на десятых, да? Да. Да. Трам-пам-пам. Трам-пам-пам. Ну что, друзья, 10 уровень. Все берем танчики. 10. 10 левел. Поехали. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Один. Еще раз напоминаю, и... что... Не очень карта. 42 КСП. Кто-то по моему голосу заходит. Ну, удачи им, что Опять этот Рекуку. На своем сарае. Крабстер. И с клешнями. Это же квазары. Да, это квазары. Любимые Реды деда. Да, нет, мой любимый это Red Jugrik. Red Jugrik. Как же часто. Да. Напомню, Red Bounty. Ребят, большая ко всем просьба. Вот у нас канал есть на Твиче, на него нужно подписаться.
Вот здесь вот кнопочка «Следовать», и нам будет очень приятно, просто у нас вот 5500, там их 5393 сейчас вот подписчика, а вот нам бы хотелось, чтобы было 4000. Вот здесь вот кнопочка фиолетовая, называется она «Следовать». Вот в нее жмакните, если вам не сложно. И если вы смотрите стрим с какого-нибудь другого портала, например, с Good Game, привет Good Game, с СК2 ТВ, привет СК2 ТВ, или, например, с нашего портала ZRED.TV, да, то вы два раза кликаете в стрим, два раза тыкаете, у вас открывается Twitch. Если вы зарегистрируетесь на Twitch, чтобы подписаться на канал, нужно зарегистрироваться, то у вас будет возможность писать в чатике. Ну и, собственно, это клево. Писать, общаться и так далее. Так что, поехали. Ты где будешь? А я В в город город ты поеду. поедешь? Да, конечно. Я же Ну, езжай. скоростной на голде, ты что, с 9 перками. Фу-ху. Волосы назад просто развиваются, лечу 23 км. Ну, норм скорость еще. Кстати, вам скинули ссылочку на конкурс комиксов. Друзья, не тормозим. Наки, я зря за поехала. Не, нормально все. Едем вперед, убиваем, нагибаем, никого не жалеем, не щадим просто, и все. И все хорошо. Издеваемся, да? Не, зачем? Просто никого не щадим. Там кабак. Ой-ой-ой, а, дед, что ж ты? Д-д-д-д-д-д-д. Дед, ну что ж ты делаешь, а? Это бачат, что делает? Ты так отдался просто. Он просто взял мне и на 1300. Бачат на 1300? Нет уже Да, где. просто мне в борт. Я не знаю, дед, как так, но... Когда мы будем брать во взвод обычный народ? Мы как бы каждый стрим берем обычный народ. Или вы считаете, что мы волшебных каких-то людей берем во взвод? Да, волшебный народ, например. Родственник Волшебный наш. народ... Ой-ой, 300-ка не пробила меня. Тебе повезло, кстати. Ага, у меня сейчас, скорее всего, будет ГГ, если ее не убьют. Офигеть, и без дамага. Печально. Не страшно, Надеюсь. А, они. все, она ушла. Фух. Нет, аккурат, там у них арта злая. Да ну. Она Бот, здесь не бот, стреляла? чат. Ты видишь, как я нагибаю? Во, правильно. Щеми, щеми. Мак, вперед! Дед, куда ты лезешь? Пока, дед. Пока. Пипец просто. Арта? Угу. Укусила? Ну вот, примерно там же вот я и получил. Немножко от арты. Я не очень понимаю, как. Ну вот, она стоит вот здесь вот, и ты напрямой. Ну это прям, да, это четко надо переехать прям. Блин, опять Пыщ. вкуриваю. Да. И Да. получаю вот последнюю сейчас. Нет, Мне на еще перезарядке, контролит наверное. 110-ка просто, видишь. Если бы 110-ку убил бы кто-нибудь, я бы проехал вперед и не отдался. Знаете, это слив. Да пофиг. Ой, С8. Дед, Дед, меня дед. твой убийца ловил. Я Да выжил, вообще дед. просто ИС-8 божит их не. Ты виноват, если б ты его убил. Все, Ура, бача кричит заточил С8. просто, да. Мы тащим. А, что так радоваться, да? Просто. Бача Иначе затащил, так давай норм. и выходи к нам, дальше Давайте поедем. дальше. Чё? Пам-пам. Сколько Аэродром задержки? побил. Задержки нету. Ну чё, на чем поедем? На восьмых. На Гугу. восьмых. Я сегодня технику США выкатываю всю восьмую просто. Тяжелые танки. Т-32. Поехали. Я чуть опять в бой не нажал. Восьмой уровень, друзья. Берем Ты танчики, не просто тормозим. перекатал сегодня с дедом в нем. А сколько мы сегодня, дед, проиграли? Один раз, да? Да.
всего один раз проиграли. 9. Это ты так на работе, 8, да? 7, писал. Понятно. 6. А что, с работы нельзя играть? 5. 4, ой, да ну тебя вообще. 3. 2. 1. Все, развод и девичья фамилия. Инаки, спой Chicken Shake. А, сейчас. Не спою. У меня голоса нет и слуха. Какой канал? Анна пробел Баунти. Разбаньте меня, у меня кот на клаву наступил. Ну вот, кот пускай тебя разбанит. Спой что-нибудь из Металлики по-мужски. Это я на своем стриме спою вообще без проблем. Из Металлики. Нет, мы не любим Металлику. Гов город, короче. Карта не очень. Моды взять на сайте prored.tv. Уже несколько раз ссылку скидывали на моды, на твой ответ. В ответ на твой вопрос меня нет. То есть мы выиграем, 17 Джокер не получит голду, потому что он написал Инаки не нуби. Инаки никогда не нубит. Инаки сливается просто. Инаки сливается. Это не нубство, это слив называется. Ты чё, у меня круче камуфляж, чем твой. Инаки, мы будем сегодня топиться с дедом? Последний бой, нет, последний бой, когда без деда мы утопимся. Деду нельзя мне топиться, это его я карма. Тут должен он вот, а, с моста прыгнуть. Это его карму ухудшает, ему нельзя топиться, он будет плохо играть в турнире. А мне не ухудшает? А тебе нет, ты не играешь на турнире. Ну сколько ты знаешь, тебе, у меня свой турнир. Тебе, по-моему, ничего не может ухудшить карму, Аня. Ой, у тебя давай. Она настолько светлая и яркая, что просто ну, на себя посмотри, иначе. Ухудшить карму. 47% кармы невозможно ухудшить. Короче, все понятно. Мы вообще тогда топиться не будем, да и все. Будем, будем. В конце, в последний бой утопимся. Доиграем хорошо последний бой и все. Нет, утопимся в последнем бою, Аня. Как так? Нельзя традиции нарушать. Я не буду топить. Почему? Инаки подтолкнешь. Воду. На что ты меня подталкиваешь просто дед? Я не могу топить, Аня. Мне совесть не позволит. Я тебе все сказал. Она мне все сказала, дед. Окей. Ну, два кренделя стоят, мешают мне ехать. Дай им леща. Они ж меня не троллят, зачем я им леща буду давать? Они ж мешают тебе ехать. Да нет, спасибо. Наки, вот сюда вот объедь. Да я что-то, блин, это стреляешь. Самое. А, там, да там же еще слева был один из. Я что-то сюда хотел повыезжать, но... Вон, пацаны, смотри, какие клевые. Да. Ох. Гиви Пантера. Зарешала. Угу. А, переехала, что ли? Офигеть, сколько их там, просто посмотри, дед. Мы их всех не перестреляем при любом случае. Ща все будет. КВ-5 шот мы сейчас доберем. Три четверка у тебя есть, смотри, какая они сладкая. Да тут просто Е75-ка еще объехал. Разрыв. У нас парни все послились. Че, дальше поймай? Аня. Аня. Дальше ну, поймай. Выходи. Я уже. Ай, печаль. Давайте сливаем тебе стату. Ну чё, пятый? Вроде фокус. Так норм сначала был. Угу. А потом как-то не очень. Давай на шестых. У тебя есть квас, дед? Да. Чтобы мы так. Зачем могли, квас, когда есть вот? Могли вот защищаться. Ну давай, у тебя фугасница на нем. Конечно.
Что, на шестых уровнях можете брать пятый, шестой, там, я не знаю, любой, в принципе, уровень. Десятый, с там. четвертого по Режимы седьмой, наверное. стандартные. Еще раз, режимы стандартные, сервер Ру1, канал Анна, пробел Баунти. Анюты ID 3658526. Дед, ты есть ВКонтакте? Один. Да дед уже давно у тебя в друзьях должен быть. Да? Как главный поклонник просто. Я и в Скайпе. Он не поклонник мой. Как это твой не поклонник? Дед, скажи, что ты каждое шоу смотришь. По крайней мере, последние да, 5 шоу. Как каждое шоу. С самого начала. Ну какое не ври именно вот, шоу? Тут ты наврал. Просто так каждое это... смотрит. Даже так пусть, это... пусть говорят. С самого первого. Пусть говорят, вообще классно, да. Мне больше нравится «Жди меня». Ты в нем участвовал хоть раз? Да. Ты ждал команду Red Rush, да, и они нашли да, тебя. Дайвер такой ждал. Выходит со слезами на глазах. Мы нашли тебя, иди к нам. Не расписал эту картину. Ань, давай еще что-нибудь у деда спросим. Ну же там вопросов немерено должно быть. Да. А как пробивать маус, да? Нет, дед вообще как? Как твой как прогнул на гранд-финал ВЦГ? Это трудный вопрос. Ну, я не видел это отлично. Ну, давай, и... давай прочитаем. Нет, плохая звезды. Примета делать прогнозы. Смотри, показывает. Смотри, Аня, у него просто, у него один единственный прогноз. Вот и все. У вас нету? Все. У вас в команде нету ясновидящего экстрасенса? Нет. Слабовидящие есть, а ясновидящих нет. А вам не повезло. Они не очень вообще. Ну вот Наки, смотри. Ты пошел соло нагибать, да, вперед? Не-не-не, не соло, почему соло? Ты так говоришь, потому что. Нет, команды. Че, команду? Просто поехали, всех убили. В БК целимся, взрываем. Попадание просто. Голдой в пантеру. А справа, попадание. Стороны, что делать? Ничего. Блин, СУ-100 врезалось. С меня снимут. Хорош сна. Горит. И, кстати, тебе снайпера не дадут, если ты снайпера заработаешь, тебе не дадут. Нельзя наносить повреждения союзникам. Не, но он сам меня врезал. А, без разницы, все равно не дают. Где дед живет? В доме. Да, дома живу. А в каком городе? Киев. А улица? Ага. Ключи от дома? Улица Ага. Улица Ага 6. Кич, улица Ед. Да я в этом в доме для престарелых живу. Семья а такая ты злая пользуешь? Поместила тебя туда, да? Да. Попадание второй раз в пантеру, голдой попадание. Я не ну, знаю ты, просто. Ты как бы шкурки не скачал, наверное, думаю. Так в том-то и дело скачал, стреляю по шкуркам, и мне говорят, шкурки на попадание я скачал. Шкурки на попадание. Раздет, то в избе. Раздет, то в избе. Дед живет в избе. Ну, окей, значит там буду. Наки, дай им выехать на нас, а. Не, Артан смотри, как на прямой налоге стоит. Смотри, как тут клево, просто тигра П коцую нормально. Вот смотри, он без них выезжает. Смотри, меня Черчилль стоп. Напрягает. Вот смотри, вот Черчилля, сможешь что-нибудь с ним сделать? Да, я ему смогу сейчас пол КП снести. Он меня голдой просто поливает. А, брони не пробил. Ну да, в принципе, так тоже может быть. Это... А он меня нормально неплохо. Шьет, прям только в путь. В башню, в маску прошил меня. Причем какой я его еще любимый не танк? Ты, не знаю даже. Т1, наверное. Да пипец, не попал опять, прикинь. Ну, ты сейчас, скорее всего, будешь давать ДС. Ну да. Да Черч да. Голдой прошивает. А я Черча не прошиваю. Дед, а что да. Лучше, Лёва или Т-34? Т-34. Блин, серебра больше дает. Он просто удобнее. Лёва не очень. Он горит постоянно. Какой у тебя любимый танк? Он медленный. Какой любимый танк? Т-1. А есть у тебя бабка? Детка есть. Ты голубой? Айба. На курьих лапах. Ужас. Наркоман Наки совсем? Наки да. Он
как бы не скрывает вроде. Еще меня учит. Чему я тебя учу? Как слиться? Скажи. Как слить. Хоть раз показал, как правильно играть. Тань, да я не умею. Если бы я умел, я бы, конечно, тебя учил. Ну да, поэтому я не прошу. Ну вот. Собственно, сама по ним, сама все знаешь. Будешь ли ты качать новых америкосов, дед? Я их не буду качать, скорее всего, просто доначу их. Дед донатит. А китайцев? Китайцев нет, тоже это как британцы для меня. Ну, на тесте, может, если понравится там топовая СТшка, то может вкачаю. Так вообще-то вряд ли. Второй раз качать советскую ветку как-то неинтересно. Блин, ну то что ж такое прям. Даже на квасе не нагибается сегодня. Давайте дальше. Это на первом левеле просто идти и все. Чё? Первые уровни надо. Первые? Да. Мне только второй. Давайте я второй возьму. Все, давай, дед, покажи нам класс на первом. Сейчас. Когда у нас был, кстати, Делюкс, мы так не сливались. Вот поэтому, собственно, Red Rush один чемпионы, а вы еще пока не чемпионы. Ну, Делюкс же второй аккаунт. 24 сантиметра. У Делюкса? Был первый аккаунт у него, он потом пересоздал. Ну. Это что? Что это? Ничего это. Что это за танки? Это хорошие танки. Нагибы. Да это жесть вообще. Ты не веришь? Нет, ну я. Бери Т-18. Бери Т-18, он знаешь, как нагибает. Ну что? Т-2 ЛТ тоже нагибает, в принципе. Второй уровень, друзья. Вы хотели песочницу? Вы получили песочницу. На единичку нажимаем канал на баунти сервер Ру1. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Вопрос в чате. У деда копейка или Тойота? Тойота Супра. У деда нет машины. У меня Т2ЛТ есть. У деда полный ангар танков, да. Поверьте, это круче. В чатике написали: ура, я наконец попал против Фани и убил ее. Круто. Попробуй теперь выиграть конкурс от Hewlett-Packard просто. Вот зайди и выиграй конкурс от Hewlett-Packard. Иначе ты будешь совсем не очень. В нашей группе самая первая новость. Я вам еще разочек в чате просто вам вот так вот скину прям. Дед, как тебе город Волгоград? Был бы он. Не знаю, был бы я там. Что-нибудь бы сказал. Инаки, ты со мной вниз или нет? Не-не-не-не. Ты наверху, да ладно. Да ладно. Ну, бизнесом занимаешься. Угу. У меня 1200 патрон просто, смотри, как я умею. Классно. У меня, наверное, они могут закончиться. И они не могут закончиться. Могут. Это сколько же надо стрелять, с одного барабана постоянно пробивается. Ага. Вы пробивали еще? Пробивают. Колда все пробивает. Ну вот я весь барабан разрядил БТ-7, и половина снарядов были рикошеты. А ты голдой стрелял? Да. Ну да, броня не пробита, не пробита. Что-то поставили? Почему? Так, я, короче, буду пытаться светить их. Походу, у меня пушка первого уровня, я так чувствую. У нас еще жестко закинут всякие третьи левелы, Су-76. Ну вот, Су-76 это вообще не камильфа. Вон, кто-то на Т1 даже есть, вот, на Т1, на МС-1. Весело.
Инаки, открою тебе секрет, вот дистанции там 250 метров ты уже просто не будешь попадать. Нормально, дистанция 460. Пульки просто не летят там уже. Дед, дистанция 464 метра, и я не попадаю. Ну ок. Там только уже трассеры летят, пули уже не достают. Да? Да. Не, доставали, мне говорили, что ты, я попадаю. Ты не можешь убивать. А меня пробивают, прикинь. Выезжаю я такой, а там толпище просто. Че, я понял, что я буду делать? Я свечу, пацаны, работайте. Не-не-не-не-не. А тарана можно убить? Не, нельзя. Тараны не убивают в танке. Едем, 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 едем на базу. Ран, на захват становись. Ну и ты мне сказал, что я не буду пробивать, если буду далеко стоять. Я решил вплотную приехать. Поехать и слиться, да? Просто оставайся, ведь пацаны пусть отрабатывают, он на арте. Или на ничью тянем. А тут все с нами, которые или нет? Ну, наверное, не все. Не все? Жалко. Смотри, сколько в замке, дед, ты видел? Да, тут не меньше. Во, у нас арта тащит, смотри. Ча наша арта всех тут зарешает просто. Значит, смотрят нас. Во. До скольки стрим? Ну, приблизительно стрим будет до 22:30. Друзья, мои моды есть на сайте prored.tv. Вперед! Давай что-нибудь спросим еще у деда. Он, мне кажется, совсем грустит. Не, мне тут весело. А чё ж ты не спрашиваешь? Стою, пытаюсь подсветить, наконец-то начали работать наши. Инаки, какие там танки вот у тебя стоят? Т-57, ПЗ-шечка. Понятно. Офигеть просто. Вангар. Как она попала вообще? Ну, на прямой наводке. Ну да, но так? У нее пушка-то не опускается, по идее. Да там имбовая вообще арта просто, рикошетная. Объявляйте уровень что-то раньше. Как можем, так и объявляем. Ну давайте раньше тогда. Следующий у нас какой уровень? Восьмой. Восьмой, да. Вот и объявили раньше. Чтобы вы были готовы просто заранее. Вот вам ссылку скинули еще вот в чатик. Я вам еще раз сейчас продублирую ее здесь. В нашей группе по поводу квеста под HP. Можно выиграть компьютер, павильон HP Phoenix. И 19 500 игрового золота. 19 500. Собственно, будет называться El Alamein. Квест продлится 5 дней. Начало будет 26 ноября. Совсем скоро, через 6 дней. Ну, по факту, через 5. Дед, что делать? У меня на всех танках 60% побед, а на Су-28 одни поражения. Удалить танки. Дед, вот что делать? Дед! Вообще кто-нибудь живой есть? Один-один. Вы все умерли, что ли? Нет, не уходите. Я один, я боюсь. А что, вас не слышно? Вот сейчас теперь слышно. А было не слышно. Дед, что делать? А дед где? Может, дед вышел?
Может, сбой? Сбой системы, но его убили. Он умер просто. Ваня, что у тебя за танк, нифига себе. Плохой? Я не знаю даже, что это такое. Это фугасница. Бобик такой. Английский мопс такой. Мопса напоминает. Или что, мы выиграем здесь? Я не знаю, дед, что делать? На всех танках 60% побед, а на Т-28 нет такого. Одни поражения. Не играть на Т-28, продать его. Правильно. Что-то как-то слабовато. 7-4 прошло уже полбоя. А, если ничья, то мы выиграем, да? Все ок. Да. Получим голду мы. А вот те, кто там вот красненькие. Ну те... ты-то голду вообще не получишь, так что. Ну, я у тебя голды и так заберу, все норм. У тебя как много сейчас голды? Дед? Поборы. Нет. Да неправда, у него очень много голды, Ань. Ну, конечно, очень он много. Он был зеленым фермером, он ее запас. Да. Он ее запас еще. Кана выходил, прихватил-то небось. Да он ее даже не уходя прихватил, понимаешь? У них там ее столько, что они, не знаю, они сидят на голде, играют голдовыми мышками с голдовыми клавиатурами. Голдовые танки у них просто ездят. Да, песня вначале была Judas Kiss. Группы Металлика. Анюта, у тебя натуральный цвет волос? Да. Ну цвет-то натуральный. А что не натуральный? А вот волосы, да? Не, ну подожди, у тебя. Ты хочешь сказать, у тебя не крашеные волосы? Нет, у меня свой цвет волос. У тебя не крашеные волосы. У меня свой цвет волос. Твой особый. Как своя особая атмосфера. Я не крашу волосы. Вот, я вот это и хотел от тебя услышать. А ты машину водишь, Ань? Нет. Как это нет? Почему ты обманываешь? Нет. Аня, ты опять врешь. Ты красишь волосы и у тебя... Я... И ты водишь машину. Я не крашу волосы, Инаки. Они от этого портятся. Пока у меня есть возможность ходить со своим цветом. А как это определяется? Что... Когда у тебя не будет возможности ходить со своим цветом? Когда? То есть в законе Тогда Российской Федерации запретят? Тогда я буду всегда, я и старая. А ты будешь... Ты тоже стареешь? Нет, блин. Блин, я думал, ты никогда не стареешь, что ты никогда не постареешь, всегда будешь красивая и красивая. А нет, буду еще краше. Вау, мы победили, это супер. Да. Да это все я это затащил. Это просто свершилось. Это все я затащил, я нанес целых миллион урона, минус единичка просто. Ну нормально, значит. Ну что, опять 8 уровень, как мы и обещали. Я езжу на супер танке. На Т-32 просто. Тащит. 8 уровень. Еще раз объявим это в чатике. Отчет. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Вопрос к деду. В какой момент игры ты решил стать турнирным игроком, а не просто танкистом? Ну, вот когда появились турниры... О, против нас ВГшники. Так вот. А когда они появились? Когда появились? Ну, где-то около года назад. Как появились турниры, как начало там что-то получаться. Это, в принципе, интересно, вот. И начал, в принципе, играть. Так, ну сейчас, наверное, будет опять. Очень все весело. Одни взводы за нас. Дед, а правда, что ты никакой не дед, а просто парень с Украины? Нет. Вообще какие-то странные вещи. Странные вопросы. У тебя есть вообще девушка? Нет.
У него есть бабушка, он же сказал. У меня бабушка есть. А почему нет девушки? Бабушка убивает хватает. Всех девушек. Да. Ты страшненький? Да. Как Капи, я же сказал, уже отвечал на этот вопрос. Я не знаю, как он выглядит. Аня, а тебе понравился дед? Ты же видела его. Не видела его. Капи Палм. Дед два раза был у нас в стриме, и у нас фотка. Ты вообще наш сайт открываешь? Нет. У нас там фото команды полностью дедовской. Дед там по центру стоит, да? его жмакает там дайвер. Ну все, тогда ссылочку кинешь. Я только Пашку видел. Вообще я за деда очень переживаю, потому что дайвер там, мне кажется, отлично устроился. Пауэрслайд, дед. Как-то очень все странно. Да. Хотя я знаю, что дайвер хороший, но все равно иногда сомнения. Но Капи еще лучше, да? Капи вообще просто. Капи красавчик. Мне кажется, сейчас я вот просто сяду на пенек и отсюда не уеду. Да, все это случилось. Дед, нафига ты туда поехал? Пенек. Это пенек. Дед, сядь на пенек, поймай фугасек. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все, норм, 30 хп, парни, я тащу, да. Нет, дед, ты не тащишь. Это, ну варгейминги, читеры, да. Понятно. Это варгейминг, донатер, фу-фу-фу. Ну все понятно, варгейминг просто взял читы и активировал, он минус БК мне сделал сначала. А потом убил, да? А потом просто самонаводящийся снаряд за горки накинул и как бы вот и все. Это он голды хочет 100%, просто да. За Аньку. Не отдадим мы тебя, Ань, просто так, какому-то там варгеймингу. Стоим, дефим, пусть патроны сами вылезают, вон, ВГшники. Читеры. Читеры. А это клан компании, да? ВГ? Конечно. Ты их еще как не рыба. Узнаешь? Много. У нас же сколько таких было в нашем стриме? Не, может просто вот как рейдов поназывали всех подряд. Не, такой один клан. И они там несколько кланов заблокировали с их названиями. Ну, заставили переименоваться. Там было ВГ через нижнее подчеркивание. И еще какая-то фигня была. Ну, на шарта должен тащить здесь по-любому. Зачем им стрим? Им же зарплату голдой платят. Не. Они сами себе могут голды. Миллионы написать там и все. Нет, не могут, им говорили, что они. А могут. Они, да, конечно. Они зарплату либо голдой получают, либо так. Да, конечно. Выбор есть. Опа! Опа! Вот это втащил! Вот так же ВГшника еще донатил. Смотри, смотри, да, сейчас донатер этого несчастного нагнем. Вот арта сюда вот стрелять, вот тут артиллерия, вот этот вот. Лёва, вот его надо убить. Не пробил. Не пробил его почему-то. В башенку. Вова очень будет в простреле вообще, вот отлично. Парни, убивайте варгейминга. Забанят их потом. Да конечно. Во, ох, всё. И поджог его, как красиво. Все, ВГ стрим убил ВГшника, супер. Вок, у них команда начала рашить, а? На все стволы видал, сразу. Видал вообще, что делают. О, чертяки. Все просто правильно сделали. Забирайте толк. Да как ее забрать-то? Наки просто живи. Просто живи, я понял. Просто уходи назад. Просто отходи. Просто убивай вот эту елку и все. Просто добивай. Не-не-не-не, у меня так пушка не наклоняется. Он под артой стоит, парень. Куда вот он меня пробил? Это реально ничего не торчало. Правая, короче, вот эта вот штучка, да, командирская, она не торчала. Куда он меня пробить мог? Где? Вот, смотри, я даже смотрю сейчас с его камеры, ну некуда пробивать, только башня торчит. Ну, в комбашне, да, либо. Так нет, выстрел комбашни, был в маску. Комбашни был заныкан. Ну, значит, в маску стрельнул, от нее рикошет в корпус и все. Стандартная процедура. Парни, у какого клан норм есть
так где ИГК, и рота, и трени. ТД 42 альфа. Бесконечный фарм. Бесконечные трени, карты и вообще, и все классно. Не, а на кто самом же деле... твой любимый клан? РКК? И РКК, да. Да, РКК там вообще самые медали. Лучшие. Да, там можно классно фармить медали. Вот. Они выпустят наверняка новые рецепты, то есть... Пройди через союзников, да, помнишь, детка? Пройди через союзников, стань слей 7 раз подряд, да, стань сильнейшим кланом игры, пройди через союзников, побудь на провинции 2 дня, слей все 7 боев, зафарми медаль. Это нет, труд, на самом деле, друзья, выбирайте кланы по тому, как, то есть, если вы выбираете кланы для какой-то карьеры, да, ну, как сказать, карьеры, то есть, вы хотите какого-то результата в танках, то идите в сильнейшие кланы. ТД-42, Соры, Реды, НСТРы, Говы, ну кто там еще у нас, да, то есть вот Хайвы, Лейер, да, то есть вот из этих кланов выбирайте. Но опять же, вы должны быть подходить по стате. То есть у вас должна быть какая-то довольно-таки хорошая статистика, чтобы туда попасть. Если вы играете для себя, то есть если вы просто хотите играть, то выбирайте клан, где есть ваши друзья, где есть просто люди, которые вас, ну, я не знаю, грубо говоря, понимают. Если вы мужчина, которому там 35 лет, естественно, вам не стоит идти в клан, в котором все там 17-летние или 14-летние школьники. Правильно? Вам там просто будет неинтересно самому по себе. Вот. Ну и наоборот, соответственно. Так что, как-то так. А пока добавляйтесь ко мне в друзья ВКонтакте. Мой ID 365-8526. 365-8526 это ID Анюты, Анна, нижнее подчеркивание, Баунти, у нее еще то же самое, только буквами. Смотря как лучше вы запоминаете, цифры или буквы, буквы или цифры, литература или математика. Физика и химия. Да, стрим у нас без задержки. Наки, ты был на концертах Метлы? Да. Он там выступал? Да. За место барабана. Метлой. Если сейчас Аня скажет «ня», я пойду и выпью стакан воды. Кого стакан? Какой-то... Не обращай внимания, Аня. Ты сказал... Это что-то... Посоветуй премтанк 8 уровня. Желательно фармовый. Не супер перш, тайп 59 и КВ-5 не подходят. А что кроме этого? Размер какой-то не тот, знаешь там, или я не знаю. Знаешь там, шляпка не подходит под эти сапожки просто. Чувак, дед, ну... какая любимая карта твоя? Ганск, наверное. Либо Химки. Ты а брось. Почему? Да потому что там арты нет. На Энске? Да. А если ты сам на арте? Ну, если сам на арте, то реально. Надо плакать. Ну, не знаю, но мне кажется, что... Ну, Химки хорошая сейчас, классная карта, вот особенно переделанная. То есть там больше стало возможности прострела и каких-то тактических действий. Даже тот же банан. Да, конечно, обновили. Наоборот. Не, банан обновили хорошо. Ну ты брось, ну и наоборот, карта стала более такой позиционной. Скажите, стоит ли продать 54-ку, купить батчат? Я тебе открою да. секрет, что с 54-ки ты прокачаешься в Т-62, а не в батчат. То есть, если ты да. думаешь, что ты продашь 54-ку, у тебя да. откроется батчат. И сразу батчат появится в ангаре. Десятый танк из любого. На самом деле, да, если ты... Батчат является лучшей стэшкой 10-го левела, самой востребованной. Если ты играешь в ротах на ГК и стэшку мотоклане, то это must-have. Must-have это как бы обязательный к наличию. Что-то мы здесь проиграли, кажется. Да, они стоят все вообще, ничего уроды. Не делают. Аня, давай, смотри, замотивируй их. База захватывает. Аня подарит воздушный поцелуй тому, кто сейчас сделает 6 фрагов просто. Не 6, сколько? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 оставшихся фрагов. Или возьмет медаль по скуче, например. Они, короче, не хотят золота. Либо просто тащит, да. Можно просто взять и убить всех. Даже так просто. По поводу техники, ребята, кланов, еще раз скажу, что ну вот все очень относительно. В зависимости от того, насколько сильный клан, он и требует более такого расширенного ангара, да, наличия техники какой-то 10-го левела, не меньше 3 тяжей. Следующий бой на 9-м. Аня, ну ты что, ну как так получилось? Как так, да. На 9-м поедем? Ну мы на 10-м поедем, ты на 9-м, да? Ужас, что пишут в чате. Забаним его? Нет. Инаки, чекни ТС. Ну, в игре забаним его? Сейчас. Ты умеешь? Чекну ТС. Да не надо.
Чекнутый С. Я знаю, дед, все нормально. Мы тебя отпустим на следующий бой. Не переживай, я понимаю, что тебе надо. Но... Да, у нас последний бой. С да, дедом. Ну с дедом крайний бой у нас, потому что у него турнир. Мы топимся. Ну, зачем с его с ним топиться? Зачем ты человеку будешь портить статистику? Так норм, поехали. Он и так насливался, он ни одного боя не выиграл с нами. Я могу даже для этого Маус взять и поехать топиться. Да ты че? Давай я тоже Маус возьму. Поехали топиться на Маус. 9-10 уровень. Значит, Инаки, расскажи нам условия. Кто у нас голду получит и за что? Ну, Ань, ну давай в конце стрима утопимся. Я тебе вот сколько раз вот. Да. Ну, за... ну нафига сейчас топиться? Ну не хочешь, не надо, не заставляй. Ты меня принуждаешь. Да нет. Ладно бы у тебя бы был мой паспорт, я бы не согласился. Но у тебя мое сердце. Ой. Как я могу тебе отказать? Поехали, бери Маус только, Ань. Да у меня нету Маус, понимаешь? Надо, если топиться, на восьмых левелах надо топиться, понимаешь? Почему? Ну потому что больше человек сможет попасть в бой. И будет, не будет арт вообще такого количества. Потому что сейчас мы опять, если выйдем на десятых, то опять будет по 6, по 7 арт. Друзья, смотрите, следующий бой мы топимся. Топимся рядом с Аней. Все, кто утопится рядом с Аней, получают 500 голды. И союзники, враги. И враги. Да, независимо от того, союзник ты или враг, собственно. Вот. Бери, Ань, какой-нибудь быстрый танк из 8 левела, какую-нибудь СТ-шку. У меня нет СТ-шка 8 уровня. Я не люблю СТ. А из 8 что у тебя еще есть? Лёва? Лёва. А, супер перш, еще есть, я забыла. Ну он тоже не быстро. Бери Лёву и поехали топиться. Главное, чтобы. Если карта без воды. Не, Лёва в бою просто в данный момент. Если карта без воды, только вот единственный вариант это Энск. Вот там нельзя. На Химель. Да. На Химке можно с горки спрыгнуть. Как нельзя там с горки спрыгнуть? Как нельзя? Можно. Там разлом есть. Ну, это да, не проезжаешь на танке. Или проезжаешь. Давайте. Да, конечно. Там, где подъем на Зиге. 75-ку ты взяла? Ну, давай, ладно. Мы... Ну, возьми. Блин, надо дождаться окончания боя. Ждать будем, да? Лёва. Ну, надо Лёва, потому что 8-й левел, он проще на нем попасть будет. Я тоже, кстати, хочу 44-ку взять, посмотреть, как она сейчас. Ну, она сейчас такая прикольная машина стала, я так думаю. Ну, с нормализацией. С нормализацией. Ну что, еще раз объясняю, друзья. Если карта с водой, то мы топимся рядом с Аней. Если вы утопились рядом с Аней, вы получаете голду, собственно, 500 голды. Если не утопились и там взяли базу, еще что-то, то, увы. Ну что, все готовы? 8 уровень. У нас Лёва появился, кстати, Аня. Конечно. Ну, я тебе говорю, что появился. Давай берем уровень. Там победа была. А вы даже не успеете ее убить. Да, мы, кстати, победили там. Ну, тебя не защитили, так что. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Друзья, во время отчета ничего не пишите, иначе вас будет модератор канала банить. Спасибо ему. С нами снова сегодня Hot Move. У нас уже, как говорится, постоянный модератор. Передаем ему приветище большой. Может быть, даже когда-нибудь его пригласим на стрим, да? Когда-нибудь. Тут есть вода, собственно. Поехали, Аню, знаешь как? Под мостом... А, нет, под мостом не утопиться, да, дед? Да, я даже не знаю. Слушай, ну а где здесь? Здесь, по-моему, только одно место, и оно где? Вот здесь где-то. Вот здесь вот, по-моему, где-то. Мы до туда можем не доехать. Давай посмотрим, где можно утонуть, и скажем, вперед просто поедем, посмотрим, где можно да утонуть. Нигде. Здесь можно потонуть, Ань, можно, я тонул. Тут не, да? Не здесь так, можно, можно. Я можно. Думаю, где-то вот возле моста здесь можно точно. Надо поехать проверить, короче. Долго ехать не успеем. Да. Поехали, Ань, за нами. К воде едь, к центру, к мосту, вот к этому, потому что вот здесь где-то можно утопиться.
Сейчас проверяю, вот здесь можно ли утопиться? Здесь, по-моему, нельзя. Не все нас слышат. Нет, вот здесь, короче, не топится нифига танк. В воде. Они меня не пускают, знаете. Не, короче, здесь нельзя. Вот пока где я езжу, нельзя. Нафиг меня не пускают, скажи им. Друзья, ну никто голды просто не получит. Что вы тупите? Да и все. Ужас. Наверное, только возле моста можно отмыть. Да, вот у моста. На КВ-5 Арман 3 единицы не получит голды. Он об меня трется, и с него снимается ХП. Нет, ну ребята наивно надеются получить голду просто. Не дали нам утопить? Плак, плак. Ну, никто голды не получит за этот бой, даже если Аня убьет, собственно, или защитят, неважно. Как... Да блин. Меня уже свой бьет. Вот и все. Печально. Ну что, выходим в ангар, давай попрощаемся с нашим гостем. Леха, Dead Angel, давай спасибо. Тебе, удачи, что ты к нам пришел, да. Да, спасибо, что к нам пришел. Да, это вам спасибо. Огромнейшей тебе пригласили. Удачи, и чтобы вы, не говорю, чтобы вы выиграли или там что-то сделали, да, просто сыграйте вот на ваш максимальный скилл, на ваш максимальный уровень. Покажите все, что вы умеете в Китае, и достойно вам отстоять честь Украины. Ну, мы постараемся. Да. Всем спасибо. А 29-го во сколько вы играете? Не знаю, там точного расписания вроде еще нету. То есть мы ну, хорошо. Сами ничего все, не знаем. В общем, ты знаешь, мы тут в России болеем за тебя всей страной. Следите спасибо. За новостями. Следите за новостями на сайте World of Tanks, и, собственно, все будет хорошо. Всем спасибо, всем пока. Пока. Пока-пока, пиши в скайпе. Друзья, мы продолжаем со зрителями с нашими играться. Напомню, что вот у нас есть вот такая штука еще. Анют, пока скидывай мне ники в чат, а я вам покажу вот пока, что у нас здесь есть. Вот есть такая тема, где разыгрывается компьютер, будет разыгрываться с 26 числа, с 26 ноября, разыгрываться компьютер Pavilion HP Phoenix. Будет конкурс, квестик такой под названием El Alamein. Скину вам ссылочку в чат. Вот, так вот поспамлю ей немного, использую права модератора, чтобы... Скинула. Сейчас приглашу. Пыщ. Анна 99. Это девочка? Это девочка. Как она тебя нашла? Вконтакте переписывали с ней. Вот, и, друзья, напомню, что вот я пригласил ее, кстати... Напомню, что также у нас сегодня обсуждение и конкурсы, и мы будем брать из группы ВК. Вот здесь вот есть Bounty Hunter, и там есть комиксы у нас. Вот, собственно, по этим комиксам или по каким-то вашим интересным, хорошим зарисовочкам, может быть, будем приглашать вас во взвод. Ага. Какие-то интересные вещи пытаюсь найти. Друзья, должна быть обязательно зарисовочка на тему Анны Баунти или меня, или Анюты. То есть как-то так, но ни в коем случае не просто какой-то копипаст. Деда даже. Да, или может быть деда. А ни в коем случае не копипаст.
Вот, откуда-то из каких-то ресурсов, так что... Плагиаты не приветствуются. Да, у нас вот до этого были, в прошлый раз были очень интересные такие, в принципе, комиксы и разные такие мемы интересные были. Поэтому я думаю, что мы сегодня сможем повторить это все. Она приняла приглашение. Ну, какой уровень? 8, 9, 15? 13-й. Давай Ну... на девятом поедем. Ну вот у нее есть 9 уровень. Нее должен быть. И с 8 вроде должен быть. Ну, давай. Да, есть. Так, я тоже возьму 75-ку. 6-7. Странно, странно. Почему? Да. Ну подожди, может быть она возьмет. Ну давай возьмем тогда... Бери, наверное, Черчилля. Блин, ну с 13.75 нас очень далеко закинет. Бери 8 тогда, Ань, бери 8, потому что это нормально, в принципе, будет, если мы на 8 так поедем. А зрителям какой брать? Тоже восьмой, 8 чтобы пусть берут, попасть. да, 8, потому что 13.75 его нормально кинет к 8, в принципе. Вот так обычно и кидает. 8 уровень. Так. 8 уровень. Ну что, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Друзья, я уже как секунд 40, наверное, отключил черный экран. Давайте не будем тормозить. Просто посмотрим на экран. И увидим, что он уже не черный. Нормально, как кинули. Ну вот, я же говорю, нормально будет кидать. Нами Миша из ГКК. Ну, он постоянно с нами играет. Один единственный. Это который тогда, да? 2500 Да, 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 получил да, за да, мою бит. да. Да, один единственный из клана РКК, кто за нами охотится. Ну что, давайте куда-нибудь уже координированно как-то съездим. Друзья, задавайте вопросы в чатик. Собственно, все будет хорошо. Подскажите, как попасть? Через Через ВКонтакте ВКонтакт. пишите, да, Аня А, не да. ВКонтакте, она Три выбирает. шесть пять восемь пять два шесть. Куда, Инаки? Нет, без миникарты играть неинтересно. Ну, в ухо поедем. Что куда еще можно поехать, кроме как в ухо? Да не, не надо. А сколько надо набить, чтобы супер пешинга мастера взять? 2200 наберешь, 100% мастера возьмешь. В клан редов можно попасть через сайт prored.tv. Вот там же, где вы, скорее всего, сейчас смотрите стрим. Там есть вступить в клан, закладочка сверху, и... Форум, да, по-моему? Ну там, нет, просто вступить в клан, и там выбираешь уже дисциплину, по которой ты хочешь играть. То есть танки, самолетики, то есть у нас там много. Guild Wars 2, Call of Duty, World of Warcraft. Много, короче, у нас игр, в которых есть сообщество The Red, поэтому не только танки. Как гусь нагибает. Как гусь нагибает? Не знаю. У тебя ж те ж подарили. У утки надо спросить. Ну, по мне, так он не нагибает, на самом деле. Мне не очень понравился. Объявился кто? А? Чего говоришь? Объявился твой Да, я тайный уже поклонник? поблагодарил давно человека. И кто он? Ну, как понять? Человек. Он нас смотрит? Ну, Или он тебя только по смотрит? поводу Bounty Hunter не знаю. Я у него не спрашивал, смотрит ли он БХ. Значит, я его не знаю.
Чего не? Значит, я его не знаю. Ну да, ты его точно не знаешь. Ты играл уже в Rocksmith? Да, играл уже в Rocksmith. Ну, гитара пока не дошла, но я запускал игру, смотрел как бы и т.д. и т.п. У нас Костя Ру сильно матерится в чате. Да? Он колды не получит, да. Не лезь, 32-ка, говорит мне Тигр второй. Спасибо, что советуешь, друг. Вот и сушки уже накидывают, это хорошо. Странно, что тут еще. Ага, а где ж тут Федя? Это очень интересно. Скорее всего, вон оттуда. Да нет, с базы. Ну да, с базы, может. Да не, не, не. Или вот отсюда откуда-то. Странно, что он не в засвете был. Очень странно. Ну мы тут, скорее всего, затащим такой нормальный бой. Да, если меня не убьют. Какой у меня моник? 27 дюймов я себе недавно приобрел монитор, поэтому... Инаки, меня убили. Как тебя убили, Аня? Я не Арта. Знаю. Арта. Как так происходит? Где ты была? Вот просто... Ты же сама артовик, ты же должна знать, где простреливает арта, а где нет. Ну, по идее. По идее, да. Косяк. Косяк, косяк. А где ты умерла? Подожди. Где, где? А! Да, Ань, поехали в ухо. Да, поехали в ухо. Поехали в ухо. Аня, ухо ну, это ты... вот тут. Да я знаю, где ухо. Просто туда ну, и... Чё ты не поехала? Все туда поехали враги. Ну так все правильно мы... А, вон он, этот Федя, блин. Странно, что я его не светил. Хотя там два куста. Что-то он какой-то слишком толстый для двух кустов. И как моник? Отличный моник, хороший. Ну, 27 дюймов это всегда хорошо монитор. Удобно играть, сижу далеко от монитора. Вот. Ну, плюс он клево выглядит. Вот. Ну, не знаю, всем советую, 20, больше 27 дюймов брать вообще нет смысла. Можно взять, конечно, и 32 дюйма, но это вы просто головой будете крутить очень серьезно уже. Вот. А 27 дюймов самое оно. То есть он и большой, чтобы далеко стоять от вас, чтобы вы издалека могли видеть весь интерфейс, издалека могли видеть какие-то вещи там мелкие на танках. Вот, в танках. И он и хороший в том плане, что... Достаточно разрешения у него и так далее. Инаки, тебя убили? Да, убили. Может, там Фердинанд. Давай, выйду. Берем следующего зрителя. Можете ли вы дать человеку танк на время, например, человек хочет попробовать? Нет, не можем.
мы не можем давать танки, это в игре запрещено, нет такой функции, в принципе. На тест-сервер есть, открывается тест-сервер, ты пробуешь те танки, которые бы ты теоретически хотел купить в будущем. Ну, я так делаю, по крайней мере. То есть, вот хочешь ты какой-то, я не знаю, любой танчик. Там, я не знаю, вот я хотел Т-110 Е4, я ее попробовал на тесте и вкачал, она мне понравилась. Враги смотрят ваше местонахождение в прямом эфире. Ну, ничего страшного, это же как бы не влияет, тут же нельзя простреливать через всю карту, например. Ну, кроме как артой, а чтобы артой стрелять, нужно засветить, и нужно быть не в укрытии, чтобы стрелять. Поэтому, как бы, пусть смотрят, мы не против. Инаки, ну что? Ну что? Едем или как? Едем. Следующий ник, ты мне скинь еще раз второй ник. Ты мне просто ник-то не скинул до сих пор. Мои все, да? Ну, конечно, конечно. Потому что пока хороших комиксов я не увидел, если честно. Если замечу, как, ты тоже посматривай в группу, если тебе понравится. Нарисовали, что мы с тобой типа студенты, и у нас книжки в руках, а потом ты в свадебном платье, и мы чокаемся бокалами. А, типа я тебя на свадьбу пригласил? Типа я жених! А, какие фантазии у людей. Чак Норрис накрыл бронебойным. Пам-пам-пам. Да, друзья, ну какое-нибудь собственное творчество проявите. Пригласил? Сейчас, подожди, приглашу. Я просматриваю, просто пытаюсь конкурс какой-то. Он, кстати, этот товарищ участвовал в нашем прошлом стриме 100%. Он будет, ему придет голда в ближайшее время, потому что я его помню в списках. Он тебя убил, если не ошибаюсь. В прошлом стриме, кстати. Убил раз? Да, убил тебя в прошлом стриме 100 пудов. На каком уровне поедем? Ну, он сейчас выберет танк. Понятно, никто не хочет делать какой-то конкурс. Друзья, ну, будем брать, значит, по Аниному выбору. Если вы не хотите на халяву по факту попасть, сделать хороший комикс или какой-нибудь мем и просто ворваться в наш стрим, поиграть с нами. Потому что 342 на супер перше — это очень маленький урон. И судится не по урону, а по опыту. Так, а мы берем Леву. Давайте на Леву. Давайте, друзья, если у вас есть Лева, давайте все возьмем Леву. Все. Пиши, Аня, что мы берем Леву. Леву берем. Берем Льва. Лев, где же ты, Лев? Что-то я, короче, туплю. Вот он. Лев. Берите все Леву, собственно, Лаше, Льва, как хотите называйте. Ну что, все готовы, я надеюсь? Давайте на подсчету все попадаем. Жмем на циферку 1 в бой, не тормозим. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Поехали. Так, настала пора Банхаммера. И я сейчас забаню. Турваген, все после стрима. Я сейчас забаню, кого же забанить? Ты все скайп даешь уже? Нет, не даю. По поводу образования каких-либо
Вы можете сами образовать сообщество The Red, друзья, то есть это несложно. Вы заходите на наш сайт, предлагаете просто создать какую-то тему определенную, набираете игроков, если у вас уже есть какое-то количество игроков, говорите, что вы хотите присоединиться к сообществу The Red там, в такой-то, такой-то игре, и если вы действительно имеете какие-то нормальные результаты в этой игре, то пожалуйста. У нас есть Dota 2, у нас есть, я же говорю, то есть танки, Call of Duty, что там, War Thunder, то есть, ну, очень много разных игр, разнообразных, не только, как бы, вот, танки, которые мы стримим, просто мы известны по стримам танков, ну, и World of Warcraft, наверное, вот, но у нас много игровых сообществ, просто они не так часто стримят, они тоже стримят, но просто не так часто. Какой канал? Канал Анна Пробел Баунти. Проснулись. Да, ну вот. Куда комикс кидать? В группе The Red, то есть, да, в нашей группе редовской, вы можете закинуть комикс. Или там, мне в личку. Там ВКонтакте. Тема Red Alert. Да, или в личку, а не ВКонтакте. Там тема Bounty Hunter. Ой, Red Alert, я что-то уже туплю. Red Alert. Bounty Hunter, да. Маки, ты меня сегодня удивляешь. Вот, там тема, там все обсуждения, можете про стрим что-то писать, да, что-то интересное, спрашивать какие-то вопросы у Анюты, у меня, вот, поэтому все предельно просто. Заходите туда, вступайте в группу для начала, заходите и там можете постить комиксы, мемы и тому подобные вещи. Аня, ты тоже боишься? Тебе менты не приходили больше? Ну, вроде больше нет. Ты правда к ним еще поедешь? Конечно, куда деваться. Ужас какой. А куда деваться? Ну, лучше сегодня, потому что завтра времени у меня совсем не будет, так что... А что у тебя завтра? Дела, работа. Еще надо как-то успеть в танки поиграть, правильно? Да можно не играть. Как это? Это ты мне говоришь, можно не играть в танки? Это вспомни, когда последний раз ты не играла в танки. Вот реально вспомни. Вот, ночью, сегодня. Вот и все. А так ты все время играешь в танки. Ты мне говоришь, что можно не играть в танки? Нельзя просто так взять и не поиграть в танки. Да надоели. Надоели танки? Тебе это тоже надоели? Давай в самолетики начнем играть, Ань. Нет. Почему? Ну потому что это время убивается. Какое время? А танки? Время не убивается? Ну не, если вообще в танки не играть. Ты не сможешь не играть в танки, они не отпустят тебя просто так. Ну посмотрим. Они не отпустят тебя. Не, ну я не говорю прям сейчас, вот допустим, весна наступит. Нет, но если замуж выйдешь, то, конечно, отпустят. У тебя муж просто компьютер отберет и все. Да нет, друзья, пожалуйста, не женитесь на Ане. Я вас очень прошу. Не женитесь на Ане, друзья, вас очень прошу. Да мы взводом будем играть. С мужем? А, ну так. Взводом с мужем. Тогда ладно. Тогда женитесь на Анне. Только нужно, чтобы вы хорошо играли. Ну да. У Инаки 5 детей. У меня 5 детей? Нифига себе. Сейчас я дочитаю. А я о них знаю? Вот черт, по-моему, сейчас нас пропушат тут. Меня, по крайней мере. Ребята.
У Инеки 5 детей, баунти его жена, у него Porsche Cayenne, тест будет КТТС, танки и голду он дарит. Я ответил на большую часть опросов. Молодец. У тебя 5 детей? Не, просто сам не в курсе был, но если как бы говорят, что, значит, по-любому. Что уж тут? Зрителям не верить, что ли? Миша, у которого есть медаль за Польшу. Эта медаль должна была быть у меня. Нет, Аня, не должна была. Мишка ее заслужил по праву. Что ты такое говоришь? Wargaming не делает каких-то неправильных решений. Так что все было честно. Да, вот вам еще раз, друзья, скинули ссылочку на стену. Вот, правда, не знаю, на что именно. То ли на конкурс, то ли на то, где можно постить комиксы. Комиксы, комиксы, комиксы запостишь. И во взвод ты с нами попадешь. Попадание. Зачем урон наносить, правда? Подстрелил, подстрелил. Леву я подстрелил. Как это Аня не работает? Кто не работает? Ссылка не работает или Аня не работает? Аня работает. Не гоните. На работе. Наки, когда у вас там свадьба? Я даже не знаю. Вообще пять. Свадьбу надо в 5. Аня, я не готов так быстро. Можно я хотя бы побреюсь? А что у меня спрашиваешь? У невесты свои спрашиваешь. У кого? У невесты. Ты моя невеста. Ты моя любовь. Одна единственная. На всю жизнь. Я не согласна. Как это ты не согласна? У меня твой паспорт. Есть ряд причин. Да это не важно уже. Это уже не важно, Аня. Любовь все расставит на свои места. Так если бы она была бы еще. Она у нас бесконечна. На всю жизнь. Как в бой попасть с Анной Инаки? Зайти на канал Анна Баунти. Анна пробил баунти в игре. И на цифру единичка нажать в бой. Взять танк, который будет подходить к нам по уровню. И, собственно, вот как-то так. А почему она не согласна? Потому что Инаки не очень. Хам, грубьян, небритый. А мне дали мастера. Дурак, дурачок, дурашка, лапушка. Вот так правильно. А мне дали мастера на Леве. Вот так вот, слабо вам в бою взять мастера на Леве, нанести 3700 урона просто. Слабо. Ну что, следующий? Давай следующий. Я пока посмотрю, может быть, какие-то смешные. Ну, ты ошибся с игровым золотом. Если бы не 3000 написал, а 2500, я бы тебя взял во взвод. Инаки не спел чикен сейк. Так. Инаки, когда ты нам чикен сейк споешь? Я не очень. Когда ты полюбишь меня истинной любовью? Тогда может быть. Понятно. Пью. Пригласил. Сейчас приглашаю. Я смотрел, может быть, у нас там какие-то интересные конкурсанты есть. Неки спеет чикен шейк только после свадьбы. Да, только после. Только после свадьбы. Я не готов пока. Меня так воспитали, что чикен шейк только после свадьбы. Что свой чикен шейк я спою только после свадьбы. Какой уровень берем?
Сейчас, наверное, с косяк возьмет какой-то уровень, и мы уже от него сориентируемся. Ну что, друзья, еще раз попрошу вас подписаться на канал на Твиче на наш. Если вы смотрите стримы, здесь вот кнопочка сиреневая есть. Присоединиться называется. Точнее, следовать. Она такая вот большая и сиреневая. Прямо над окном стрима. Вы в нее жмакаете, и все будет у вас хорошо. И нам приятно будет. И вы сможете знать, когда будет идти стрим на этом канале, собственно. Зарегистрироваться можно на Твиче вот здесь. Здесь вот есть кнопка присоединиться, либо... зарегистрироваться, да, вы на нее давите там буквально несколько секунд, и вы сможете писать в чате, как вот эти вот бешеные ребята, которые кричат в чат, Инаки Chicken Shake, жги, завтра женим, сказали, то есть. Вот, ну давай восьмой, Ань, да? Восьмой? Да, конечно. Какой ты хочешь? Инаки, позови в гости Сьерва. Кого? Сьерва. Это кто? Я таких не знаю. Нет, он к нам не приходит. Мы его просили, уже звали, он к нам не приходит. Он занят, поэтому, друзья... Тем более, вы же понимаете, что... Ну, какие вопросы вы ему будете задавать? Когда патч? Я вам и сам на него могу ответить. Так, ну что. Восьмой. Мы на левах, на супер-мега левах. 9. 8, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Если ты подписан, а тебе уведомления перестали приходить, проверь, что у тебя почта не уходит в спам. И на, допустим, если у тебя почта на Mail.ru, посмотри в сам спам-фильтре самого Mail.ru. И в своем спам-фильтре, например, какой-то программы, если ты через программу проверяешь. Ну и заодно посмотри, включена ли у тебя галочка в настройках. Там, покопайся в настройках своего аккаунта на Твиче. И посмотри, включена ли у тебя галочка для этого стрима. И вообще, включена ли галочка, чтобы тебе приходила почта. Каким спортом занимаетесь, ребята? Инаки, Аня. Анют, каким ты спортом занимаешься? Киберспортом. Киберспортом. Аня говорит, отшлепай его. За что? Тебя, что ли? Ну, наверное. Да я уже. Да? А я что-то, ну, да, почувствовал. Алёнка пишет, накажи своего Лёшку. Накажи меня, Аня. Накажи меня полностью. Ты не мой Лёшка. Не твой? Как же так? Нет, а чей же я? Ты вообще не Лёшка, ты Инаки. А, вот как, ну окей. Да, и мы тоже передаем привет клану Китти, который постоянно нас ловит. Вот я, дятел, второй сервер, пытаюсь попасть. Красавчик, идешь к успеху. Ну, кстати, хорошая карта, чтобы, как наш зритель написал, утопнуть. Утопнуть? Нет, утопнуть можно на любой карте, мы будем топиться в крайнем бою, собственно... Сейчас мы посмотрим, сколько лайков ВКонтакте, и определимся, через два боя это будет или через там больше. Попал на ту же в карту, но только не с вами. Как так-то? Ну вот неудачник это называется. Не надо копсить. Мы и так видим, что вы пишете. Почему баунти, спрашивают о нем? Потому что мне так захотелось. Ну, к шоколаду это никак не относится. То есть ты не любишь шоколадку Баунти? А у тебя же была даже картинка такая в ВК, что у тебя там это... Нарисовали зрители. Да-да-да-да. И ты не любишь шоколадку Баунти? Не, ну я могу съесть. Я вообще как бы шоколад не люблю, в принципе. Редко очень. Ты не шоколадоед? Не. Шоколадоед. Я больше морожка люблю. Клубничная, коктейльчики молочные. Мохито не является молочным коктейлем. А я мохито уже не пью. Не пьешь мохито? Ага, я уже вообще не пью алкоголь. Это с каких пор? Ну, с таких вот. Недавно совсем. Как так получилось?
Да, сама не знаю. Что случилось? Печень уже не та. Да нет, не в этом дело. Ты собралась рожать? Нельзя просто. Аня собралась рожать, друзья, наверняка. Или нет? Инаки, ты любишь отмечать Новый год? Если да, обожаю. То почему? Обожаю. Потому что это почему? Клево, это весело, это фан. Все говорят, что это семейный праздник, а я вот все время тусую где-нибудь и веселюсь с друзьями. Поэтому. Да, я люблю отмечать Новый год. Вообще, ну халява, это же 10 дней по факту. Представьте, у вас 10 дней халявного. Я не знаю. Халявного отдыха. Когда вы можете не просто отдохнуть. Вот, например, у меня не так много работы, то есть я не так много занят в течение там недели или вообще, да, то есть в силу своей деятельности. Но друзья у меня заняты. И, соответственно, даже если я хочу отдохнуть, у меня не всегда это получается с друзьями, потому что у них работа и так далее. Поэтому не всегда получается отдохнуть. А тут все свободны, то есть у всех почти праздники, ну, за исключением там каких-то редких профессий, да, у которых не бывает выходных или каких-то. А после работы разве нельзя отдыхать? Ну, понимаешь, допустим, если у тебя ребенок и у тебя рано вставать, то особо ты сильно не отдохнешь. Гуляешь там, да, не посидишь мне где-то. Мне этого не понять. Инаки, у тебя нет детей? Ты почему у меня так спрашиваешь? У тебя есть подозрение, что есть? А я тебе просто не говорил? Да, внебрачный. Да господи, Лёва, убери уже свой ствол. Что ж ты делаешь-то, а? Клан Курск, а? В кого-то там целятся, непонятно в кого, блин. Дай уже... Господи. Не сами не попадают, и мне мешают стрелять. Ребят, кто за футбол смотрит, напишите счет. Там Спартак играет. Зачем? Там Месси играет. Месси? Шмесси. Месси, Шмесси. Замес. Что тебе нравится? Лионель Месси? Лионель не знаю, Месси. Не видела ни разу. Он все время обламывает одного гея с золотым мячом. У него девушка есть. В месяце-то да, но вот того гея, которого он обламывает, у него нет девушки. Внимание, он страшненький вообще, ничего. Роналдо вот. Страшненький? Криштиану а Роналдо. Вот, а вот у девушки попа красивая у него. У кого? Месси страшный или Роналдо страшный? Роналдо. Криштиану? Да. У него нет девушки, не он знаю. Гей. Криштиану кто гей? Криштиану Роналдо. Кто тебе сказал, какой бред вообще? Я тебе говорю. Он женат. Да. На русской модели и не шарик. Между прочим, она татарка. Вот и все. Он не знаю, гей. Иначе, вообще. Нет, он не гей, он даже не похож на то есть есть какие-то похожести на гея, да? Не, ну есть, да, Виктория. Он замужем, поп... говорят. Сейчас я ссылку скину, какая попа у девушки. Девушки? Анна, 3-0, Барселона ведет. Жду голды за инфу. Сейчас я тебе дам голды за инфу. Ладно, а, не надо банить, я попросил. Страшненький ваш Месси, а девушка классная. Девушка у Месси классная? Или да, у Рональда? И у того, и у того. А чё ты не скинула в чат? Я скинула ссылку. В бою попались 15 на 15 восьмых уровней. На карте Хребет Дракона. Инаки, ты с Украины? Да. Из города Волгоград. Украинского города Волгоград. Все оценили попу Месси. Классная, да? Попа Месси? Да 100%. Вообще огонь. Почему-то у всех футболистов красивые девушки-жены. Потому что они тупо до хрена зарабатывают.
Наверное. У Бекхэма какая вообще семья замечательная. Дети у них очень красивые. Ну, Бекхэм-то сам как бы симпатичный, поэтому. Ну, не знаю, это то, что он симпатичный, это все Виктория сделала. А вот посмотри его. По-любому. А сам-то он страшный вообще, не от природы. Страшный, он сейчас страшный. Когда будет голда за прошлый стрим? Когда пришлю, твой ГН начислят, тогда и будет. Списки мы отправили. Спасибо тебе, Скосяк из клана Кити. Давайте дальше. Я сейчас пока посмотрю комиксы, а ты пока кидай. Да, я, кстати, кинула тебе ник, и там мне комикс в личку прислали, мне понравился. А что, про что там? Про Chicken Shake? Нет. А про что? Ну, только офлайн пользователь, так все как бы классно. Трейн из Саратова в офлайне у нас. Давай, наверное, еще одного, чем мы будем ждать. Раз, раз. Аня, ты слышишь? Да, сейчас смотрю. Офлайн, да? Да, он офлайн, что-то у меня стрим, походу, перезапустился. Подожди, я так не пойму. Да норм, Роналдо, чувак, а Месси гном. За что можно получить голду? За все что угодно. За убийство Анюты, за защиту Анюты, за интересный хороший комикс, за активное участие в обсуждении в группе. Аня не работает, не гоните. Да, и ты думаешь, тебя пригласят после этого во взвод? Нельзя вот так просто взять и не спеть Chicken Shake. Это уже было, это баян. Трам, 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 трам. Держи. Прям как из в бою с Инаки. А я не помню, какой из. Сейчас. Так. Тыщ. Так, 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 так. Давайте посмотрим, что еще за комиксы. Делал сам. Не, вот за мат не возьму. Хороший комикс, но не возьму. Хороший комикс возьмем. Вот этого в следующий раз пригласи, пожалуйста. А, я ж приглашаю. Пригласи. Вот этого в следующий раз пригласим пользователя. Так что готовься, пользователь с никнеймом XXXESXXX. Ну что, седьмой левел. Бери, Анют, восьмой. Я возьму тоже восьмой, потому что седьмых у нас нет. Спасибо тебе, HotMoof, огромное. Вот еще раз спасибо нашему модератору в канале. Берите, если есть, все Лёва, конечно. Будет классно. Девять. Восемь. Семь. Шесть. Пять. Четыре. Три. Два. Один. Иначе ты поешь в душе. Редко, но бывает. А в душе? В душе я всегда пою. Вот честно, всегда. Аня прям девушка мечта. И играет вот, и разбирается в футболе. И, конечно же, красавица. Удачи. Я в футболе? Да никак вообще. Разбирается, она вас обманывает. Да. Ты пьешь в душе? Нет, не пью, только пою. Исключительно какие-нибудь тяжелые композиции, прям когда включаю либо телефон, либо ноутбук. У меня-то, кстати, iPhone 3 потонул. Ну, не потонул, а сломался. Лежал рядом с водой. Я пел при этом, размахивал руками, и все это было. Все это было вот так вот печально и плохо. И он потонул.
Бой начинается. Поэтому теперь у меня iPhone 4, собственно. Ну что, рекламировать айфоны закончили? Угу. Что? И что? А слишком много внимания уделяем этому телефону, по-моему. Какому? Почему? Айфону. Потому что. Просто зашла тема про душ. В каждом стриме мы про айфоны. Ладно, все. У нас запретная тема появилась на стримах. Да, я не iPhone. Люблю iPhone, так что не надо, пожалуйста, их рекламировать. Давай сразу список всего, чего ты не любишь, чтобы мы сразу... Я сразу... А ты так... Ты знаешь уже большую откуда? Часть. Откуда? Ну, я не знаю, мы как бы общаемся, что, наверное, вне стрима. Я первый раз слышу, что ты не любишь айфоны. Да. Я тебе что это говорила, что ты внимательно меня слушаешь. Когда это было? Хватит мне на разборки в эфире устраивать. Мы потом поговорим об этом. Хорошо. Как скажешь. Там убьет тебя и Найк. Кто? Что меня? Дед Мороз убьет тебя. О, обязательно. Разгонится и убьет прям. Получил плюшку Дариэль просто. Давай, Дед Мороз, выезжай, прикрой своего соклановца тушкой. Ой, рикошет, как так-то? Ох, они поехали, поехали какие. Еще активные ребята. Ой, опять гусля. Ну что же, Дед Мороз, где же ты? А ты, Анюта, ждешь Нового года? Нет. Почему? Ты не любишь Новый год? Не, я люблю, я очень люблю Новый год, просто, ну, как бы, всему свое время. Совсем не ждешь Нового года? Просто вот. У меня 28-го корпоратив будет на работе, и как бы я не очень хочу это, столько мороки, если честно. Почему? Тебе, что ли, его устраивает? Ну, не мне, но там на меня это тоже определенные обязательства лягут. Это же бухашка. А, ты будешь Снегурочкой, да? А, Дед Морозиком. Не, серьезно, ты будешь Снегурочкой? Нет, я не буду Снегурочкой, но как-то без этих персонажей. Нормально, Новый год и без этих персонажей. Ну вы какие-то странные, ей-богу. Еще один написал. Инаки, а без голды слабо нагибать? Да, конечно, слабо, я же всегда езжу с голдой. Только на голде. Инаки по-другому не нагибает. То есть ты считаешь, я не голдой не пробил бы 34-ку в бок и ИСа 3-го в каток, да? Нет. Тогда слабо. И сейчас супер першинга не пробил бы в бочину. Не, ну, ребят, ну так долго мы стоять можем. Нормально, верхний бронелист просто пробил. Да, они же тоже без голды играют все. Естественно. Это же легко пробить Леву, верхний бронелист на Центурионе, которого 220 пробития. А что ты будешь делать, Аня, на Новый год? На Новый год что будешь делать? Да. За столом сидеть в кругу семьи. Бухать бухашку будешь? Нет, я не бухаю. Совсем? Не в этом счастье. Ну зачем? Нет, ну как? Ну да, до этого. Вот зачем ты до посмотрю этого? Посмотрю, поздравление. Я до этого не бухала. Ты не пила никогда до этого? Нет, ну почему? Ну вот. Выпивать будешь? Я не буду. Почему? Я уже отпила свое. Отпила? Уже старое. Да. Так нельзя. Я-то... Аня, ну куда же ты? Они же меня тут ждут. Вдвоем просто. Давай аккуратно как-то. О, у меня такая мастеровка на арте. Боятся ребята вылезти. Инаки, ты будешь лимит на Новый год? О, в башню. Нет, конечно.
Я буду отдыхать в башню голдой, молодец. Т-34. Может и не голдой, кстати, 248 пробития, если так прицелился в башню, можно. Повезло, максималочку выдал пробитием и все. Ну как на Новый год, зачем стримить, если можно? Ну, значит, повезло просто, пробил в башню. Большая редкость. Ну, выезжай еще раз, 34-ка, ну не тяни, ну что-то, ну, вот, ну бесполезно же. Я же так печно могу стоять. А нет, тут рядом со мной. Чтобы ее убить, надо пройти через мой труп. Заманиваешь? Выманиваю пацанов просто на поток. Айнаки врет, я не с ним, я не с ним, ха-ха-ха. Они стрим, кстати, смотрят оба. Ты думаешь, они меня хотят? А по-моему, тебя. Ты думаешь, голды за меня дают? Ты ж такой сладкий, как мне написали. Кто тебе написал? ВКонтакте. Я откуда знает, какой я? Не знаю. То есть меня что, уже порезали на кусочки и подавали где-то? Кому ты там давал пробовать? Ой, много кому. Ну, иначе. Боюсь подумать даже что. Ну, конечно, новогодние мандарины. Что же еще можно? А, это так называется, да? Да. Они теперь так зовутся. А летом тогда что? Летом летние мандарины просто. Нежданчик? Ты вот никогда не подумала, что летом летние мандарины? Нет, даже не видела ни разу. По поводу новой игры «Сообщество Вред» со мной разговаривать нет смысла. Пиши на форум, создавай тему и вперед. Все в твоих руках. Ну или ушах, или ногах. У нас на базе, друг. А это уже не важно. Вот он уже приехал, ждет меня 34-очка. Ждет меня моя прелесть просто. Ой-ой-ой, сзади просто арта. Все-таки не попал. Торта меня развернула, и надо было корпус доворачивать. Арты мало. А зачем он базу берет? Как сыграть с Анютой, подскажите. ВКонтакте писать. Куда мне скинуть комикс? В группу ВКонтакте, друзья. Два еще. Сейчас скину ссылочку в какой топик обсуждения. Вот отсюда можно. Вот я вам скинул. Алексею жена не разрешает. У меня нет жены. Наки, попроси Буркатовского, чтобы не нерфил танки. Но это не в моей воле. Так. Иначе, как это закончится все? Че-че? Как это закончится, этот бой? Мне кажется, мы победим. Сейчас меня убьют? Посмотрю. Нет, как тебя убьют? Тут не харта одна осталась и шотные... Три шотных пацана просто. Ну, конечно, если наши сейчас подсолились. А наших посмотри, сколько. Ну, блин, это уже убили, кто на базе. Да. Ну вот, у нас еще есть ИС. Ну там китайцы. Туда не выезжай на прострел, тут арта кидает. Видишь, меня убило. Вот где-то мой трупик стоит, сюда прокидывает арта. Ну хорошо, что мне делать. Ну проезжай вот назад, туда вот, где... На другую сторону вообще, на другой фланг уезжай. Просто разворачивайся и уезжай на другой фланг. Потому что сейчас приедут именно оттуда. Вот видишь, арта вкинула вот этому антихаю. Ты его простреливаешь? Нет. Нет, проезжай, проезжай вперед, не стой под артой. Так что... Дождись 32-ку.
Дождись 32-ку. Она сейчас будет выезжать с одной стороны, а ты выезжай с другой стороны. Только вперед проехай, чтобы тебя арта не простреливала. Проехай. Ну, вот сейчас 32-ка развернется и шотнет еще одного веса. И еще сейчас шотнет. Справа у тебя. Давай. И потом прижимайся к нему, клинчуй его, Анют, клинчуй. Подъезжай к нему вплотную, Ань, потому что тебя арта простреливает. А если ты встанешь к нему вплотную, она по тебе не будет так попадать. Выцеливай его вот в эти две штучки такие сверху на крыше. Левее. На крыше две штучки у него. Да, вот эти. Отлично. Теперь чинись и уезжай. У меня нету больше комплекта. Беги. Нет. Хреново. Да нормально. Друзья, мои моды находятся на сайте prored.tv. Вот здесь вот. Сколько задержек? У нас нет задержки. Ну что, друзья, мы в крайний бой сейчас поедем. Будем топиться. Топиться. Еще раз напомню правила последнего боя. То есть вам обязательно нужно утопиться. Но чтобы утопиться, нужно не просто утопиться, где попало. Утопиться рядом с Анютой. Поэтому как-то бери Анют Леву. Приглашаем в обзвод сейчас нашего игрока. У тебя есть, да? Да. Сейчас я еще раз посмотрю. Никого. Кстати, протопиться. Я тебе сейчас скину, кстати, комикс этот. Ссылку на комикс. Давай. Так. Блин, а отдельно я не могу скинуть тебе. Короче, в нашем топике листай. Ник ты видишь в нашем чате. Привет, Инаки, привет, Аня. Привет. Бери любую технику, будем топиться. И я взял. Ну что, ребят, 8-й левел. Еще раз напомню, что нужно утопиться рядом с Аней, стрелять в нее не нужно, и блокировать ее тоже не нужно, потому что если вы ее блокируете, она не сможет утопиться. Не сможет утопиться, вы никак не получите голды. Сами понимаете, да? Что... Если будем мешаться, голды не будет. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Топиться! Во! Вот здесь мы можем утопиться по-любому. Классно. Подожди, а может быть не с той стороны, подожди. А мы может быть, не с той стороны появимся. Ты еще рано радоваться. Да, мы с другой стороны. Нам, короче, не везет, мы неудачники. Не, нормально, смотри. Квадрат К9, наверное. К9. Всем голды. Долго же я буду ехать туда. Прикинь, сейчас 12 начнут топить. Не начнут.
Наверное, даже, знаешь, вот отсюда спрыгнем. Квадрат К7 будет. Ой, уже топятся. А те, кто без нас утопился, им будет голда? Ну, Лорейну дадим, а всем остальным не дадим. Ждем Аню, друзья. А почему так Лорейну дадим? Ну, он просто тупанул. Не будем же мы за это прям наказывать. Бьют? Да, какой-то дурачок стреляет. Ну посмотри, кто и не надо ему, значит, голду выдавать. Ну я не могу определить по нику. Я повтор пересмотрю просто. Посмотрю, кто в меня стрельнул. Сейчас посмотрю, просто кто мне повреждений нанес. Не стреляем, зачем стреляться? Вперед, можно вперед. Я по каждому? Не надо, не стреляй ни в кого, а то они сейчас сами стрелять начнут. Потом фиг отмажемся от них. Езжай вот сюда, отсюда с пристани спрыгнем. Здесь такая нормальная пристань. Будем разгоняться и падать. Вот сюда посмотри просто. Красненькие стоят и не бьют. Клево, да? Анюта, подъезжай. Это прям как трень, а? Сейчас, подожди, я посмотрю, что тут. Фоткайте нас. Друзья, выстраиваемся за мной. Инаки, вот Е50 зачем-то мочит все. Друзья, все, кто убивал, все, кто будет стрелять, вот СУ-14 у нас голды не получит, так что как бы... А я по одному разу со всех соберу. Не надо, Аня, не стреляй ни в кого. Да мне на маус надо. Аня, не стреляй, потому что сейчас начнут стрелять. Они не начинают, они хорошие. Начнут, Аня, поехали. Дадут всем. Аня, сюда вот за мной выстраивайся, и сейчас поедем топиться. Аня, ну не стреляй. На серебро. Поехали быстрее на нашу базу. Вот я тебе говорю, поехали. Становись рядом со мной и стартанем сейчас. Давай, Аня, ну проезжай, поехали. Вперед! Вот Качани получит голду. Ха-ха-ха. Да, не повезло. Ну что, раз, два. Уху! Иха! На, у меня даже танки выкинуло. Уху, вперед, топись! Смотрите, неудачник Just Hard просто. Он не доедет до места того, чтобы утопиться просто. Ну. А почему он не прыгает? А он застрял. А я не поняла, что это прикол был? Сначала базу взять. А, это наш поехал, да? Угу.
А те чё красные не топят? Они потому что тупые. Офигеть, дебилы вообще. Перестреливаются с 5-4. Я походу долго. О, ужас какой. Лёшка всем даст. Они вообще не читают чат, походу. Да, мне понравилась попка КВ-5. Еще посмотрите на Е50, тоже интеллектуальный парень. На дно просто. Надо повторить будет как-нибудь. Карта, кстати, прикольная. Тут видишь, как можно стартануть, короче, прям. Да. Организованной толпой. Су-14 тоже не с нами попала. Пишет, у одного 450, другой целый. А воины, да? Забирают. Да. Пусть забирают. Ладно, все, давай, наверное, может, заканчивать. Это, он не получит же голды? Не, он не получит ничего. Совзводник, ну что? Его, да? Че? И, а совзводник? Ну я посмотрю, там, по-моему, Су-14 его совзводник. Там двое у нас нубов. Нет, там Су-14. Совзводник 3.52. А я посмотрю, Ань, по повтору, в любом случае. Ну что? Не, просто, а чего он ему не скажет? Ну, может быть, он тупой, может, он его не слушает. Совзводник же не виноват, если у него совзводник тупой, правильно? Виноват, надо было сказать. Ну, он, может быть, сказал, а тот не слышит его. Ну что, друзья, сегодня был довольно-таки прикольный стрим. Мы так вот сегодня в первый раз у нас получилось нормально, да, так организованно утопиться. Всем спасибо большое. Сегодня у нас был Dead Angel. Еще раз пожелаем ему удачи на соревнованиях в Украине. Точнее, да, в Украине, за сборную Украины. Да, в Китае. Напомню, ребят, что у нас есть вот такой еще конкурс. Да, то есть сейчас я вам быстренько скину сообщение. В группе Редов, да, у нас вот есть вот такой вот конкурс. Обязательно заходите, участвуйте. Участвовать очень просто. С 26 числа будут объявлены точные правила и что нужно будет сделать. Разыгрывается компьютер Hewlett-Packard и 19 500 голды. Довольно-таки большая сумма, поэтому участвуйте, следите за новостями на сайте prored.tv. Подписывайтесь на канал. Здесь такая кнопочка, жмакайте ее. Ну что, в принципе, на этом, наверное, мы откланяемся. И спасибо вам за то, что смотрели. До следующего вторника. Да. Пока-пока. Всем спасибо. Пока-пока.